челобитное Никону. Соблазн от деятельности патриарха возрастал. Ревнители не хотели молчать. В народе пошли толки об отступлении и еретичестве патриарха. Особенно соблазнительным для всех было то, что патриарх приблизил к себе ведомого еретика, старца Арсения Грека. Слепая народная гордость не могла примириться с тем, чтобы иноземные иноки по своей воле правили благочестивые книги, по которым московские чудотворцы угодили Богу, что порочный чернец Арсений был учителем русских людей. Московские книжники были твердо убеждены, что у них большее православие и высшее христианство. Они сами хотели быть учителями, а не к других учиться. Разлад Никона с прежними друзьями был полный. Ревнители московского правоверия и родной старины сделались непримиримыми врагами нового водителя-патриарха, повернувшего к иноземцам. Началась борьба двух направлений церковной жизни, узконационального и широко церковного, приводящего к общечеловеческой всемирной церкви. Из кружка ревнителей только царский духовник Стефан Ванифатьев всяко ослабел, по выражению Вакума, и потом окончательно склонился на сторону Никона. Самыми непримиримыми его противниками явились протопопы Иван Миронов и Аввакум. С фанатическим упорством отстаивали они старые книги и обряды, получая: «Нам всем православным христианам подобает умирать и за един аз». «Велика зело сила всем аз сокровенно». Не в характере Никона было отступать перед препятствиями, уклоняться от борьбы. Он действовал против своих противников силой власти, подвергая их ссылкам и заточению. Миронов был сослан в Вологодские края, а потом еще далее на север. Аввакум с женой и семьей отправлен был в далекую Сибирь. Протопопы Логин и Даниил были растрижены, заключены в тюрьму и там скоро умерли. Коломенский епископ Павел, лишенный кафедры, был сослан в новгородские пределы, где также скоро скончался. Кроме этих открытых противников у Никона немало было тайных врагов. Миронов и Аввакум из ссылки продолжали сноситься со своими московскими единомышленниками. При помощи друзей Миронов в 1655 году даже бежал из ссылки, и, несмотря на все старания Никона отыскать и схватить беглеца, не удавалось. Благополучно скрывался от патриарха он в самой Москве в течение нескольких месяцев. В это время Миронов принял монашество и был пострижен с именем Григория. Никон между тем стремился обосновать начатое им дело исправления книг и обрядов, возможно, тверже и бесспорнее. Заручившись на соборе 1654 года согласием представителей русской церкви, в июне того же года он обратился к константинопольскому патриарху Паисию с грамотой, где в 28 вопросах выставил разногласия русской церкви с греческой, говорил о престоле Павла Коломенского, о протесте и о других противниках церковных исправлений во главе с Мироновым, и просил дать ответ, как быть с этими разностями и как поступить с непокорными. Ответ Паисий получен был почти через год. Похвалив пламенную ревность Никона о согласовании русских чинов и обрядов с греческими, константинопольский патриарх указывал, что не все в делах веры имеет одинаковое значение. Иное догматы, иное обряды. Первые существенно необходимы и для всех обязательны. Вторые могут быть различны в разных церквах. Однако лучше сохранять единство во всем, великом и малом. С греческой церковью, которая хранит во всем древний чин без изменений и нововведений. Миронова и его единомышленников Паисий советует отлучить как еретиков и раскольников, если по увещанию они не примут всего, что держит и догматствует наша православная церковь. Все это знамение ереси и раскола, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей веры, писал патриарх. Ответ Паисия имел большое значение для дела Никона. На него он постоянно ссылался в оправдании своей деятельности.
В начале февраля 1655 года прибыл в Москву антиохийский патриарх Макарий, а еще раньше приехал сербский патриарх Гавриил. Никон воспользовался их приездом в интересах своего дела. Противники церковных исправлений с особенным упорством отстаивали двуперстие для крестного знамения. В неделю православия после торжественного богослужения в Успенском соборе Никон много и горячо говорил против двуперстия, причем сослался на свидетельство присутствовавшего здесь патриарха Антиохийского, который через переводчика засвидетельствовал перед всеми, что на Востоке употребляют троеперстие. На пятой неделе Великого Поста состоялся при участии приезжих святителей собор, на котором речь шла о разногласиях русских чинов и обрядов с греческими и их соглашении. Рассмотрен был на соборе и одобрен для напечатания исправленный из греческого служебник. С начала 1656 года, заручившись согласием восточных патриархов, когда получена была ответная грамота Паисия Константинопольского, Никон, окончательно уверенный в правоте своего дела, начинает решительно действовать по отношению к противникам. Особенно он вооружился против двуперстия. Во время торжественного богослужения в неделю православия три восточных святителя впервые изрекли анафему на крестящихся двуперстно. Два патриарха, антиохийский Макарий и сербский Гавриил и митрополит Никейский Григорий, стали среди церкви перед царем и его синклитом. В присутствии многочисленного духовенства и народа Макарий, подняв руку с тремя сложенными перстами для крестного знамения, воскликнул: «Сими треми первыми великими персты всякому православному христианину подобает изображать и на лице своем крестное изображение. А или же кто по Феодоритову писанию и ложному преданию творит, то есть крестится двуперстно, той проклят есть». То же проклятие повторили за Макарием Гавриил и Григорий. Потом это проклятие они засвидетельствовали письменно, в особой грамоте. Только после этого, состоявшийся 23 апреля 1656 года собор Русской Церкви изрек, в свою очередь, проклятие на неповинующихся. «Аще кто отсели, ведай, не повинился творить и крестное знамение, как учила и учит вся Восточная Церковь, то есть двуперстно, того проклинаем и мы». На восточных иерархов на соборе в мае того же 1956 года с участием восточных иерархов изречено было особое проклятие на Неронова в иночестве Григория и его единомышленников. Так произошло в Русской Церкви разделение сторонников никоновских исправлений и их противников, получившее начало раскол старообрядчества. Правда, одним из главарей раскола Неронов скоро примирился с Церковью. Не желая быть под клятву восточных патриархов, принял троеперстие. Твердый непреклонный Никон, которого противники изображают суровым тираном и жестоким мучителем, обнаружил в деле примирения любовь, прощение и мудрую терпимость к своему врагу. Читая разрешительные молитвы, грозный патриарх плакал и потом устроил за радость мира трапезу, оказал большую честь старцу Григорию Неронову. Никон позволил ему даже держаться некоторых старых обрядов и книг, сказав: «Обойди добро», то есть старое и новое исправленное, «все де равно, по коим хочешь, по тем и служи». Но сильное разделение пало на широкую почву. В народе пошла смутная тревога и толки об еретичестве патриарха. Наплыв иноземных новшеств, народные бедствия тревожно настраивали и заставляли работать воображение. В противодействии церковным новшествам объединились все недовольные политическими и социальными порядками московского государства. Среди тревог и бедствий взоры многих с надеждой обращались на церковь, в которой видели последний оплот правой жизни. На Руси было убеждение, что два Рима, собственно Рим и Константинополь, пали вследствие ереси и грехов. Третий и последний Рим — Москва, четвертому — не быть.
Если здесь поколеблется благочестие, то это конечная гибель, знамение пришествия Антихриста. С новшеством Никона, казалось, последний оплот благочестия поколебался, началось последнее отступление, падение Третьего Рима. Заговорило народное невежество, напуганное новыми веяниями и народными бедствиями, которых оно не могло понять и осмыслить. Уже в 1654 году, во время свирепствовавшей на Руси моровой язвы, толпы народа собирались на площадях Москвы, обвиняя во всем патриарха, который держит и дал волю ведомому еретику старцу Арсению, и тот чернец много книг перепортил. Явилась какая-то жонка Степанида, калужанка с братом Терешкою, и оба начали разглашать, что им было видение, и велено книг не печатать и печатный двор упразднить. Новоисправленные книги, разосланные повсюду, слышались пестро. По темноте языка и греческой конструкции речи были непонятны народу, а малограмотные духовные едва разбирали новый текст. Смущение и недовольство росло, в народе слышались толки: «Ведут нас конечной погибели». Народное чувство было смущено тем решительным предпочтением, которое патриарх отдавал во всем новому, преимущественно греческому, предвековой русской стариной. Увлечение Никона всем греческим действительно было сильно, и оно все расширялось. Никон решительно становится на сторону греков во всем, заимствуя даже мелочи одежды и обихода, наипаче же греческие законы и догматы. «Хотя я русский и сын русского», — заявлял Никон на соборе 1656 года, — «но моя вера и убеждения греческие». «Всем известно», — пишет Паисий Лигарит Никону, — «что ты филоллен и одеянием, и обычаем, и почетом». Никон переносит к нам греческие амвоны, греческие клобуки и мантии, архиерейский посох, греческие церковные напевы, принимает греческих живописцев и разных мастеров, приближает к себе греческих и киевских ученых, отдавая их советам и указаниям решительные предпочтения пред русскими всеми признаваемыми доселе авторитетами. Преобразовательные планы энергичного патриарха не ограничивались исправлением буквы книг и внешности обрядов. В основе увлечения его всем греческим лежало предпочтение образования перед невежеством, осмысленной и разумной религиозности перед слепым обрядоверием, упорядоченной экономической церковности пред случайностью и неопределенностью русского церковного строя. Просветительная деятельность Никона проявилась прежде всего в собирании книг и организации библиотек. Основанные им монастыри были снабжены богатыми по тому времени библиотеками. В собственной домовой казне патриарха было до 1300 томов книг. Собирались не только свои славянские книги, но и книги греческие и латинские, которые привозили из Греции и Южной России. Притом это не были книги исключительно церковные, духовное содержание. Патриарх Никон интересовался историей, философией, общеобразовательными литературными произведениями. Он не был крайним ригористом и узким церковником. В личной библиотеке патриарха вместе с святоотеческими творениями и церковными книгами были произведения древних языческих писателей на греческом и латинском языках: Плутарха, Демосфена, Геродита, Геродота, Аристотеля, Страбона, Галена и других, а также различные физики, географии, грамматики, логики, космографии, ландкарты. В интересах гражданского просвещения делались переводы светских книг. Так, в 1653-57 годах переведена была с латинского замечательная космография, дополненная статьями о России. А в 1658 году Епифаний Славянецкий перевел для Никона докторскую книгу, за что получил 10 рублей. Сам Никон любил заниматься греческим языком и немного знал по-гречески. Он основал в Москве училище, где обучали греческому и латинскому языку, к немалому удивлению приезжих иностранцев и соблазну русских староверов.
патриарх Никон. Сам Никон любил заниматься греческим языком и немного знал по-гречески. Он основал в Москве училище, где обучали греческому и латинскому языку. К немалому удивлению приезжих иностранцев и соблазну русских староверов. В тех же просветительных целях Никон заводил типографии. Еще будучи в Новгороде, он устроил типографию в Хутынском монастыре, потом в бытность патриархом в основанном им Иверском монастыре. Никон покровительствовал художеством и ремеслом, особенно церковной живописи и архитектуре. Для своих построек он приглашал лучших русских мастеров, а также иностранных. Величественным, великолепно украшенным строением Иверского и Воскресенского монастырей удивлялись приезжие иностранцы. В Иверском монастыре процветало изразцовое дело, занимались резьбой и гравированием на дереве. В Воскресенском монастыре были свои мастерские литейного и гончарного дела. Протопоп Аввакум упрекал Никона за то, что он мыслил образа, будто живые писати. «Несомненно, — пишет профессор Иконников, — Никон умел ценить интересы просвещения, и трудно сказать, в каких чертах представилась бы эта сторона его деятельности, если бы она не была прервана столь внезапно в самом начале». Не напрасно поэтому имя его соединяется с именем Петра Великого в устах защитников старины. Никон мог развивать широкую и энергичную деятельность потому, что он занимал совершенно исключительное положение, пользовался таким значением, авторитетом, как ни один иерарх ни прежде, ни после него. Полный титул его был такой: Никон, Божией милостью великий государь, святейший архиепископ московский и сия великие, малые и белые России, и многих епархий, земли же и море сия земли патриарх. Это был не просто только громкий титул. Никон на патриаршем престоле был полновластным и самостоятельным, независимым от светской власти, распорядителем и хозяином церкви. Властно вмешивался он и в светские дела, оказывая на их ход сильнейшее влияние. Не в зависимости от дружбы царя ставил он свое положение. Он думал быть великим пастырем и великим государем именно милостью Божией, на твердом основании божественных заповедей и святых правил, а не в зависимости от случайного благоволения власти мирской. «Великий государь» был, собственно, царский титул. Из прежних патриархов только один Филарет носил этот титул, как отец царя. Положение Никона при молодом царе было таково, что уже в первые месяцы его патриаршества духовенство называет его «великим государем», приравнивая его к царю. С начала 1653 года так величает его и сам Алексей Михайлович. В России в это время осуществилось двоевластие, стало два великих государя, царь и патриарх, равные по власти и значению. От имени их обоих писались указы, давались распоряжения. В предисловии к служебнику, изданному Никоном в августе 1655 года, говорится, что Бог, избрав начальство и снабдение людям своим премудрую двоицу, великого государя царя Алексея Михайловича и великого государя святейшего Никона патриарха, иже праведно и подобно преданное им града украшают. Ксим суд праведен хранящий, и все живущие под державою их и под единим их государским повелением пусть радуются, что Бог даровал России эти два великие дара, сию богомудрую двоицу, богоизбранную сию сугубицу. Обоим великим государям усвояется здесь одинаковая государственная власть и значение в церковных и мирских делах. И в действительности, Никон принимал самое деятельное участие во всех делах и даже в политике. И присоединение Малороссии, и войны с поляками и шведами были не менее делом патриарха, чем самого царя,
особенно война со шведами, так как Алексей Михайлович был против этой войны. Власть и значение Никона особенно усилились во время отсутствия царя, когда Алексей Михайлович находился в походах против поляков и шведов. Уезжая из Москвы, царь отставлял Никона полновластным распорядителем по всем делам. Патриарху он поручал и свою семью, и столицу, и суды, и подати, и высший контроль над Боярской думой, всеми приказами и администрацией. Патриарх был неограниченным правителем, регентом государства. Бояре каждое утро являлись к нему с докладами. Он издавал указы и распоряжения, причем рядом с царским ставил свое имя, выражаясь так: «Указал государь, царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, и мы, великий государь». Никон проявлял энергичную деятельность во время войны по снабжению войска всем необходимым, а также во время постигшей Москву моровой язвы. Известны также сношения Никона с иностранными землями – Грузией, Молдавией, Валахией. Личность властного и энергичного патриарха выдвигалась на первый план, заслоняя собой добродушного и мягкого царя. Алексей Михайлович в личных сношениях, при приемах и церемониях оказывал Никону высшие знаки почета и уважения, как своему отцу и богомольцу. Как почтительный сын, царь склонялся для получения от патриарха благословения, целуя его руку, в то время как Никон по-отечески целовал царя в голову. Часто приглашая своего сабинного друга к трапезе, царь первый тост иногда провозглашал за патриарха, а потом пили за самого царя. Во время отлучек Никона царь почтительно извещал его обо всем, выезжал к нему навстречу, иногда за десятки верст от столицы. Иностранцы с удивлением наблюдали сцены смирения и услужливости царя пред патриархом. Так Павел Алепский описывает, как царь подносил Никону подарки по случаю освящения новых патриарших хором в 1655 году. Никон стоял в переднем углу своей обширной залы, и царь спешно ходил через всю эту залу к дверям ее, брал там по частям свои подарки и носил пред лицо Никона, кланялся патриарху и говорил: «Сын ваш, царь Алексей, кланяется вашему святейшеству и подносит вам». Бояре при приемах кланялись патриарху все вместе в землю, а затем подходя каждый отдельно. Никон принимал их стоя. Если кто запаздывал к назначенному времени, тому долго приходилось ожидать, иногда на сильном холоде, когда его допустят до патриарха. Знатные князья в донесениях Никону, как было в обычае пред царем, называли себя уменьшительными именами: «Мишка Пронский с товарищи челом бьет». «Сколько мы могли заметить, — говорит Павел Оленский, — бояре и сановники не столько боятся своего царя, сколько патриарха, и даже гораздо более последнего». «Дивлюсь, — укорял Неронов Никона, — государевой царевой власти уже не слыхать. А от тебя всем страх, и твои посланники страшны всем более царевых». Тоже Неронов обвинял Никона, будто он однажды сказал: «Мне де и царская помощь негодна и ненадобна. Да такие я на нее и плюю, и сморкаю». Самодержавным владыкой был патриарх Никон в делах церковных. Здесь вся власть принадлежала ему по праву на основании торжественного клятвенного обещания царя и властей не вмешиваться в дела церкви, которое дано было при самом избрании Никона на патриаршество. Есть известие, что это обещание засвидетельствовано было и письменно, в особой грамоте, за царской подписью. И царь держал свое обещание, не вмешиваясь в церковные дела и боясь судить даже церковных причетников. Никон ревниво оберегал независимость церкви от светской власти. До него в архиереи архимандриты поставлялись не иначе, как по царскому указу. Никон сам начал ставить архиереев, и для него не имело значения никакое ходатайство. Он отказывался налагать церковные наказания на лиц, провинившихся пред царем. Не допускал, чтобы в приказах светские судьи производили суд над духовенством, и монастырский приказ
его дьяками и подьячими был только исполнителем воли всесильного владыки-патриарха. Независимо от светской власти управляли своими епархиями областные архиереи. По словам одного современника, они пишутся и называются великими государями и свободными архиереями. Мы же суду царскому не подлежим. Судит де нас отец наш, патриарх. Без царского указа они ставили в своих епархиях архимандритов и игуменов, протопопов и священников. Вопреки основным государственным законам, уложение 1649 года, запрещавших духовенству и монастырям приобретать новые вотчины, Никон покупал новые земли или принимал в дар от царя себе лично, чего никогда прежде не бывало. Особенно много вотчин приобрел он для вновь устроенных им монастырей Иверского, Воскресенского или Нового Иерусалима и Крестного. В короткое время Никон их богато обстроит и украсил, так что они явились богатейшими первоклассными обителями. Эти монастыри со всеми их вотчинами были личной собственностью Никона, не причислялись к патриаршей кафедре. Здесь он отдыхал от громадного напряжения своей деятельности. Сюда он удалился совсем, когда борьба с противниками и препятствиями стала не под силу и для его колоссальной энергии. Никон увеличил число патриарших дворов до 25 тысяч, тогда как раньше за патриархом числилось только 6432 крестьянских двора. Кроме того, патриаршие монастырские вотчины пользовались еще разными льготами и привилегиями в ущерб Воскресенского или Нового Иерусалима и Крестного. В короткое время Никон их богато обстроит и украсил, так что они явились богатейшими первоклассными обителями. Эти монастыри со всеми их вотчинами были личной собственностью Никона, не причислялись к патриаршей кафедре. Здесь он отдыхал от громадного напряжения своей деятельности. Сюда он удалился совсем, когда борьба с противниками и препятствиями стала не под силу и для его колоссальной энергии. Никон увеличил число патриарших дворов до 25 тысяч, тогда как раньше за патриархом числилось только 6432 крестьянских двора. Кроме того, патриаршие монастырские вотчины пользовались еще разными льготами и привилегиями в ущерб интересам казны и служилых людей. Земель, которых крестьяне уходили на церковные земли, и по некоторым известиям Никон, вопреки закону, принимал беглых крестьян. Это усиливало раздражение против патриарха со стороны светских землевладельцев, бояр и дворян, и без того недовольных, что чернец из мужиков властно вмешивался во все дела, не считаясь с интересами и желаниями знати. Недовольно было Никону духовенству за его недоступность, строгость и злоупотребление его приказных. Никон имел доброе намерение, хотел поднять авторитет духовенства, требовал нравственной и трезвой жизни, осмысленного совершения богослужения, учительства. Но средства для достижения цели он употреблял обычные, старые, меры усиленного надзора, внешней дисциплины, строгих наказаний плетьми, тюрьмой, ссылкой. Свою огромную власть патриарх осуществлял при помощи той же приказной администрации, как это было и в Мирской области. Общественные силы и самодеятельность считались и здесь излишними, и все надежды возлагались на сильную власть и самодержавство. Приказные за спиной патриарха безжалостно грабили и притесняли духовенство и просителей, особенно патриарший дьяк Иван Какаширов, известный своим взяточничеством еще при патриархе Иосифе. Для наблюдения за духовенством Никон имел особых дьяков и стрельцов, которые забирали на улицах Москвы пьяных монахов и попов, наблюдали по церквам за исправностью богослужения. Это была своего рода патриаршая полиция. При патриарших приказах были свои темницы с железными цепями и деревянными колодками. Все эти меры были обычными для того времени.
но Никон проводил их со свойственной ему строгостью и неумолимой последовательностью, возбуждая во всех страх и недовольство. Все его боялись: царь, епископы, бояре, духовенство и народ. Духовно жаловались царю: «Видишь ли, свет премилостивый, он возлюбил стоять высоко и ездить широко, у него страшно к воротам приблизиться». Царь отвечал на жалобы: «Я боюсь Никона». Современники называли его тираном и мучителем. Неронов укорял патриарха: «Какая тебе честь, владыка святый, что всякому ты страшен, и про тебя, грозя друг другу, говорят, знаете ли, кто он? Зверь ли лютый, лев или медведь, или волк?» Немало было справедливого в этих обвинениях. Но правда была и то, что Никон не хотел людям зла и мучений. Властям зазирал, других обвинял, что они людей мучат. Прямолинейная последовательность, страстное преклонение только перед своей правдой, не считая желаниями людей и обстоятельствами, делали Никона в исторической обстановке того времени невольным мучителем и деспотом. Никону не чужды были, однако, и иные меры воздействия, меры убеждения и вразумления. Своими всенародными грамотами он старался влиять на общественное мнение. Особенно замечательны грамоты Никона по случаю моровой язвы. Он прилагал подлинно пастырские заботы к умственному и нравственному оздоровлению народа. В этом отношении замечательны его распоряжения относительно всякого рода преступных, воровских, как тогда называли людей. В августе 1656 года, в отсутствие государя из Москвы, Никон разослал грамоты по всей России и приказал объявить, что бытати, разбойники и всякие воровские люди без боязни являлись к местным воеводам, старостам и в съезжие избы, и приносили покаяние в своих винах перед Богом и государем. И если они покаются, то государь простит и помилует, не велит их казнить. Неисправимых преступников Никон запрещал наспех исповедовать и при смерти удостаивать причащения святых тайн. По-видимому, великий иерарх сознавал экономические и социальные язвы, разъедавшие Московское царство, и сочувствовал бедам и страданиям народа. Властям он зазирал, что они людей мучат, и учил милости и братской любви. В одной современной грамоте говорится, что бояре, эти московские царьки, ненавидели верховнейшего пастыря своего, святого отца-патриарха, который их доброму делу, яко пастырь, провождал, который получал, чтобы имели милость и любовь к ближним и братьям своей, все есть к убогим и мирским людям. В новой исправной книге Никон снабжал обширными предисловиями, в которых представлял, так сказать, на общий суд свои оправдательные документы, почему он начал церковные исправления. Большой любитель пышности и торжественного богослужения, он и в обрядовой церемонии старался внести осмысленность и назидание. После 6-7-часовых богослужений он произносил одушевленные проповеди и поучения. Никон имел дар слова, и его проповеди, проникнутые глубоким чувством и искренностью, производили большое впечатление на слушателей, вызывая слезы. Грозный патриарх совсем не был бесчувственным деспотом. Ему были доступны нежные движения сердца. Когда прощенный и обласканный Никоном Неронов в иночестве Григорий не переставал поносить патриарха, Никон горько плакал, повторяя со скорби и укоризной: «Старец Григорий! Старец Григорий!» Противодействие Никону все росло. Враги поднимались со всех сторон. Оппозиция против патриарха шла снизу и сверху. Государю нашептывали: «Да коли тебе терпеть такого врага Божия, смутил всю землю русскую и твою царскую честь попрал». Привязанность царя к Никону слабела, по мере того, как вместо духовного отца и богомольца, келейного собеседника и печальника за сирых, все более определялась властная личность непреклонного владыки, самодержавного церковного иерарха,
заявлявшего свои права на равную с царем честь и власть. Алексей Михайлович не столько уже любил своего сабинного друга, сколько боялся грозного патриарха. Царь начал удаляться от Никона. Никон не хотел идти на уступки, обращаться с мольбой. Доходило до резких столкновений. Однажды царь в сильном гневе обругал Никона мужиком, невежей. Никон чувствовал себя одиноким. Со всех сторон вырастали препятствия, окружали враги, с которыми трудно было бороться. Он думал оставить кафедру и уйти. Не было пока повода. Этот повод скоро представился. Наступил окончательный разрыв с царем. И Никон оставил патриаршество, удалившись в свой любимый Воскресенский монастырь. Разрыв с царем и удаление с кафедры. Летом 1658 года приехал в Москву грузинский царевич Теймураз. В честь его царь давал обед во дворце. Патриарх, второе лицо после государя, обычно участвовавший во всех торжествах, на этот раз не получил приглашения. Никон был огорчен обидным невниманием царя. Патриарху нанесено было явное оскорбление в лице его боярина, князя Дмитрия Мещерского. Царский окольничий и родственник Богдан Матвеевич Хитрова, палочными ударами разгонявший народ во время церемонии, ударил по голове патриаршего боярина. «Не делись, Богдан Матвеевич», — сказал Мещерский, — «ведь я не просто сюда пришел, а по делу послан от патриарха». «Не дорожись своим патриархом», — закричал Хитрова и опять ударил его. Никон вступился за своего боярина и в письме просил царя наказать виновного. Царь собственноручно отвечал патриарху: «Сыщу и по времени сам с тобой видеться буду». Но не исполнил своего обещания, виновный оставался ненаказанным, и царь, видимо, удалялся своего бывшего друга. Прошло два дня. 8 июля был праздник Казанской Божьей Матери. В этот праздник торжественное богослужение в Казанском соборе и крестный ход совершал сам патриарх. Раньше Алексей Михайлович, большой любитель богослужений и всякого рода церемоний, обыкновенно присутствовал с боярами на всех службах. Теперь царь своим синклитом не явился ни на одну службу, хотя Никон, как было обыкновение, перед началом богослужения посылал одного из священнослужителей приглашать его. То же повторилось и в другой большой праздник в честь Ризы Господней, 10 июля. Перед обедней явился к патриарху князь Юрий Рамадановский и объявил от имени царя, чтобы не дожидались его к обедне в Успенский собор. При этом посланник объяснил Никону, почему царь уклонялся от церковной службы. «Царское величество гневается на тебя», — сказал Рамадановский. «Ты оскорбляешь царя, что пишешься великим государем. У нас один великий государь — царь». Никон возразил: «Называясь я великим государем не самовольно, так повелел мне называть себя писать его царское величество. На это имеется у меня свидетельство, грамоты, писанные его собственной царской рукою». «Царское величество почтил тебя», — перебил князь Юрий, — «как отца и пастыря, но ты этого не уразумел. Его царское величество теперь велел сказать тебе, чтобы отныне ты не назывался и не писался великим государем. Почитать тебя впредь не будем». Никон был достаточно вдумчив и умен, чтобы понимать, что вопрос здесь совсем не в словесном титуле. Этот титул сам по себе не представлял для него чего-либо важного и привлекательного. «Да потребится злое мое и горделивое проклятое название», — писал Никон несколько позже царю о титуле великого государя. Но, отказываясь от царского титула, Никон не мог отказаться от своих законных прав и чести верховного архипастыря и отца. 6 лет тому назад, соглашаясь быть патриархом, он взял с царя торжественное обещание, чтобы светская власть не будет вмешиваться в церковные дела, и патриарх будет независимым и самостоятельным распорядителем церкви. Архипастырские свои права и обязанности он понимал таким образом: чтобы не просто быть смиренным богомольцем и кротким келейным наставником, он хотел властно учить всех
и каждого, открыто обличать неправду и беззаконие во всех, начиная с царя и вельмож до последнего подданного, так как в отношении Божьей правды и божественных законов он одинаково всех считал только своими духовными детьми, обязанными слушать и повиноваться своему духовному отцу. Никон понимал всю трудность такого великого архиерейства, видел препятствия, стоящие на пути такого великого дела. На третьем году своего патриаршества он просил царя отпустить его в монастырь. Но царь тогда оказывал ему во всем великую честь, поддерживал его и не отпускал. Теперь обстоятельства изменились. Царь открыто высказывал свой гнев и недовольство на патриарха. Вмешивался в церковные дела, а приближенные царя безнаказанно оскорбляли некогда грозного владыку, перед которым прежде всего все смиренно склонялись. Никон так описывает решительную перемену, происшедшую в царе. «Царь был прежде благоговеен и милостив, во всем искал Божии заповедей, и тогда милостью Божией и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: перестань. Он же в архиерейские дела начал вступать, судами нашими овладел». Алексей Михайлович уже не был смиренным, восторженным юношей-царем, каким он вступал на престол. Он возмужал и на войне привык к самостоятельности и власти. Это был уже самодержавный царь, его царское величество, который хотел всеми делами править сам и при себе терпел только покорных слуг. В отсутствие царя Никон оставался на Москве независимым и всевластным правителем государства. Возвратившись в Москву, самодержавный царь и великий государь нашел здесь другого великого государя, который в известном отношении не хотел никому уступать своей самостоятельности и независимости. Двум великим государям на Москве стало тесно. Разграничиться друг от друга они не могли. Один из них должен был уступить. Представитель независимой церковной власти должен был смириться перед светской властью. Царское самодержавие не могло терпеть около себя свободной, независимой церкви и самостоятельного патриарха. Никон не мог отступить от своих убеждений под влиянием обстоятельств. Быть патриархом для него значило быть независимым распорядителем, властным учителем и обличителем, верховным судьей во имя Божьей правды. «Добро архиерейство во всезаконии и чести своей», писал Никон своему почитателю, боярину Зюзину. «Лучше уйти с патриаршества, чем изменить своим убеждением, смириться и покорно сносить всякие унижения и обиды». Еще раньше Никон имел намерение оставить кафедру. Под влиянием событий последних дней у него созрело твердое решение. Никон решил отказаться от патриаршества торжественно перед всем народом, в той же соборной церкви, где он 6 лет тому назад был поставлен во всероссийские патриархи. Напрасно патриарший секретарь Калитин и боярин Зюзин отговаривали Никона от его намерения. Патриарх был непреклонен. Он распорядился все приготовить к последней обедне, которую служил в тот же день 10 июля в Успенском соборе. И по диаконам Никон указал одеть лучшие стихари, сказав: «Пусть проводят меня в последний раз». Для самого патриарха принесено было его любимое облачение. Во время обедни шли слухи, что патриарх оставляет кафедру. Рассказывали, что утром патриарший служка купил для него простую поповскую палку. Никон служил собственно с особенным чувством. Во время святого причащения он целовал всех служащих в уста, всех служащих. Потом он на престоле написал письмо к царю, в котором объяснял свое удаление. «Все вижу», — писал Никон царю, — «на мя гнев твой умножен без правды, и того ради и соборов святых во святых церквах лишаешься, аж же пришлец есмь на земле. И все ныне, поминая заповедь Божию, даю место гневу,
отхожу от места и града сего, и ты имеши ответ пред Господом Богом о всем дате». Письмо было послано царю с одним дьяконом. В конце обедни Никон обратился к народу с прощальным словом, в котором говорил о неправдах властей и грехах народа, о своем недостоинстве и недостатках, и потом торжественно отказывался от патриаршества, указывая на царский гнев. «Ленив я был учить вас, — говорил патриарх, — не стало меня на это. От лени я окоростовел, и вы окоростовели от моего неучения. За мои дела называли меня иконоборцем, еретиком. Новые книги завел, не слушали моего учения. Хотели меня каменьем побить. Лучше не быть мне у вас патриархом. Царское величество гневается на меня неправедно. Он не сдержал своего обещания исполнять святые заповеди и законы и повиноваться святой церкви. От сего времени я вам больше не патриарх. Оставляю я место сие и град сие, отхожу от царского гнева. Предаю вас в руки Богу живому. Он вас да упасет». Речь произвела сильное впечатление. Слышался плач, раздавались возгласы: «Кому ты оставляешь нас, сирых?» Окончив речь, Никон тут же стал снимать с себя патриаршее облачение. Он хотел одеть простое монашеское платье, но мешок с платьем у него отняли и не дали одеться. Никон пошел в ризницу, одел мантию, черный клобук, в руки взял простую поповскую палку и хотел выйти из церкви. Народ бросился к дверям и не пустил патриарха. Никон сел тогда на нижней ступени патриаршей кафедры посреди церкви. Все ждали, что царь явится в собор, чтобы объясниться с патриархом. Ждал, быть может, и сам Никон, вспоминая, как недавно еще в этой же великой церкви царь со всем народом на коленях умоляли его принять патриаршество. Многие плакали, плакал и Никон. В волнении он то садился, то вставал, намереваясь выйти из церкви, но его не пускали. Царь был сильно смущен всем происшедшим и не знал, что делать. «Я будто сплю с открытыми глазами», — говорил он. Письмо Никона было возвращено ему без всякого ответа. Царь не хотел идти в собор для личных объяснений с патриархом. Он послал своего знатнейшего боярина, князя Трубецкого. Посланный от имени царя объявил Никону, чтобы он не оставлял патриаршество. «Поднеси это государю», — сказал Никон, подавая Трубецкому письмо. Он просил также, чтобы царь указал ему место для жительства. Снова пришел Трубецкий от царя и, возвращая патриарху назад письмо, снова царским именем говорил ему, чтобы он не оставлял престола. «А кели на патриаршем дворе много, патриарх может жить в любой». «Я слова своего не переменю», — заявил Никон. «Да и давно у меня о том обещание, что патриархом мне не быть». «Даю место гневу царского величества», — продолжал патриарх. «Бояре и всякие люди церковному чину обиды творят, а царское величество управы не дает и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев носить». «Ты сам, — сказал Трубецкой, — называешь себя великим государем и вступаешься в государевы дела». «Мы, — возразил Никон, — великим государем не сами назвались и в царские дела не вступаемся. А разве о правде какой говорили или от беды кого-нибудь избавляли? Так мы, архиереи, на то заповедь приняли от Господа, который сказал: „Слушая и вас, меня слушает. Иду из Москвы от немилосердия государя, пусть ему будет просторнее без меня“». Переговоры были окончены. Никон вышел из собора и направился из Кремля. Но народ не выпустил патриарха. У него отняли повозку и закрыли ворота. Никон сел в углубление кремлевской стены, пока стрельцы открыли ворота. Патриарх пошел пешком на подворье Воскресенского монастыря. Здесь он провел весь следующий день, ожидая выяснения своего положения.
Государь никаких распоряжений не делал и в объяснение не вступал. На третий день, 12 июля, Никон уехал из Москвы в свой Воскресенский монастырь. Так кончилось шестилетнее патриаршество Никона, полное напряженной, широкой деятельности, тревог и волнений. Однако с удалением Никона тревоги не кончились. Положение оказывалось запутанным и неопределенным. Царь единолично не решался положить ему конец, своей властью устроить церковь. Он был слишком набожен и нерешителен, чтобы самолично ставить и низвергать церковных иерархов, не считаясь с церковными канонами и голосом церковного собора. Притом, разойдясь с Никоном как с церковно-гражданским деятелем, устраняя его как противника неограниченного самодержавия, Алексей Михайлович все же глубоко уважал его как человека, высоко ценил его честный, открытый характер, бескорыстную ревность к правде, его искреннюю и глубокую религиозность. Царь устранил патриарха, как великого государя и своего политического противника. Но он всегда признавал в Никоне своего духовного отца, мудрого наставника и учителя. Отсюда постоянная двойственность в отношениях царя к опальному патриарху. Алексей Михайлович оказывает почет и уважение своему бывшему сабинному другу, просит его благословения, говорит о своей любви, посылает подарки, исполняет просьбы. С другой стороны, от имени царя стесняет свободу Никона, держит его как арестованного, окружая заставами, стрельцами, не допуская в Москву, просматривает его бумаги, запрещает с ним сноситься, дают ход разного рода наговорам и доносам, чинят допросы бывшему великому государю, допрашивают, пытают и заключают в тюрьмы его друзей. Никона могли оставить в покое в том только случае, если бы он совсем не вмешивался ни в какие дела, скромно жил в своем монастыре, пребывая в молитве и безмолвии, совершенно устранившись от всех вопросов церковной и гражданской жизни. Но Никон не мог, да и не хотел так поступать. Причина этому не столько в личных качествах характера Никона, в его честолюбии и властолюбии, сколько в религиозно-церковных и отчасти политических убеждениях патриарха, его взглядах на значение и взаимные отношения духовной и светской власти, церкви и государства, царя и патриарха. Никон был великий и страстный поборник свободы и независимости церкви, ее самостоятельного, независимого от светской власти существования. Царь в мирских делах, патриарх в делах духовных, оба одинаково полновластные и независимые распорядители и владыки, каждый в своей области. Разве глава церкви царь? Не. Но глава есть Христос, пишет Никон. Христос дал апостолам и их преемникам ключи Царства Небесного, власть всех учить, связывать и разрешать. Патриарх – образ Христа на земле, верховный носитель всех богодарованных прав и обязанностей священства. С особенной решительностью и страстностью опровергает Никон заявление своих врагов, что царь даровал ему, патриарху, все привилегии и права досматривать всякие судьбы, дела церковные. Мы не знаем иного законоположника себе, кроме Христа, который дал нам власть вязать и решить, гордо возражает патриарх. Церковь живет своею самостоятельной жизнью на основах Божьей правды и Божьего закона, данного в евангельских заповедях и правилах святых апостолов и святых отцов. На этом основывается свобода и независимость церкви. И никакая светская власть, даже самодержавный царь, не имеет права вмешиваться в церковные дела. С точки зрения Никона это значит, оставив законы заповеди Божии, предпочесть предания человеческие. Попечение о церкви, взыскание и исправление веры, церковное управление, суд и вотчины – все это не принадлежит царю. Торгаться в церковные дела с его стороны было бы беззаконным восхищением не принадлежащего ему. Это своего рода духовное прелюбодейство, когда есть законный муж. В церкви
есть свои законные руководители, священники и архиереи, и между ними первый и главный, великий святитель, патриарх, облагодатствованный учитель и управитель, верховный блеститель церковных прав и интересов. В числе чинов церкви, которые дал ей Бог, 1 Коринфянам 12, 28-30, нет царя. Всякому своя область, и кто вступается не в свое дело, того ожидает тяжелое наказание. Никон не отрицал царской власти, признавал все ее значение в делах мирских, ее богоустановленность. «Честен престол царский, украшен камнями, обложен золотом», — пишет он. «Законно поставленный царь является совершенным светилом и имеет святейшую силу и власть». Царь и патриарх не выше один другого, но каждый имеет власть от Бога. И Никон не забывал своих обязанностей, подданного по отношению к государю. «Великому государю благословение мое всегда готово. Невозможно рабу государя своего не благословлять», — говорил он стольнику Пушкину в 1660 году. «Однако благословение не на все дела. Патриарха поставить без меня я не благословляю», тут же добавляет Никон. Молитву за царя он считает своим долгом, по заповеди блаженного Павла, апостола, который повелел прежде всего молиться за царя. Однако царскую власть Никон признает лишь постольку, поскольку царь является слугой Божиим, хранит правду Божию и святые законы. Он должен судить праведно, миловать и заступать своих подданных. В противном случае он погрешает и нуждается в наставлении и обличении. Вся истина и вся власть только в Боге. С этой теократической точки зрения нельзя даже говорить «суд государя-царя». Нет, возражает Никон, суд Божий есть, а не царев. Не человека суд, а Богом дан человеком. Цари только слуги Божии. Исполнители воли Божией. Но в порядке боговластия на земле есть более близкие к Богу слуги, в собственном смысле, служители Божии. Это церковная иерархия, священнослужители. Рассматривая происхождение и сферу деятельности священства и царства, Никон приходит к тому выводу, что священство, царство преболее есть. Священство исходит непосредственно от самого Бога. Сам Христос низводит Святого Духа на апостолов. Апостолы сами поставляют себе преемников. И эта преемственная связь доходит до Руси в лице всероссийского патриарха. Царская власть, хотя также от Бога, но додеся в ярости и гневе, как свидетельствует история Саула. Да и обряды при поставлении разные. Царь помазуется елеем священнической рукою и подклоняется при помазании на царство под руку святителя. А архиерей поставляется на архиерейство через Евангелие, непосредственным действием Святого Духа. Архиерей благословляет царя, ибо меньшее от большего благословляется. Священство выше царства, насколько небо выше земли, как солнце светлее луны. Всемогущий Бог, когда сотворил небо и землю, тогда повелел светить двум светилам, солнцу и луне, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем, власть эта над душами, царская над предметами видимого мира. Мирские нуждаются в духовных для душевного спасения. Духовные же в мирских для внешней обороны. Светская власть обязана защищать и покровительствовать церкви, и цари должны предоставлять материальное благо служителям церкви. И мы за милостыню царскую не будем кланяться, так как приимем царь, зато старицею примет и живот вечный наследит, пишет Никон. Не только права церковные, вероучение, богослужение, но также права и привилегии гражданские и даже имущественные, вотчина, независимый суд, беспошлинная торговля и промыслы. Все это Никон одинаково считал священным и неприкосновенным достоянием церкви и ее иерархии. Священническая часть, в
том числе патриаршие, владычные и монастырские слободы и земли, Божья часть и достояние, замечает патриарх. Однако обстоятельства внешней и внутренней жизни государства совсем не соответствовали чрезмерным притязаниям духовенства в лице его первосвятителя. В половине 17 века русское государство сильно нуждалось в материальных средствах и служилых людях, ввиду широких задач внешней политики и трудностей внутреннего положения. Продолжительные войны, часто неудачные, вконец подрывали благосостояние населения, которое постоянно страдало и от недостатков внутреннего строя, и злоупотреблений приказной администрации. Правительство всюду изыскивало средства и всех притягивало к государевой службе и тяготе, чтобы все сословия службы служили и государевы подати платили. И люди, и земля не избывали бы службы и тягла. С этой точки зрения церковные земли и само духовенство, особенно монашество, являлись, если не вредными, то в известном смысле туне гиблимыми землями и состояниями по определению Петра Великого, продолжателя политических и социально-экономических традиций московского государства. Духовенство занимало особенное положение в государстве. Духовные и церковные люди не были служилыми и тяглыми. Их служба и тяга состояли в том, чтобы быть государевыми богомольцами и смиренно учить миру и любви. «Вы поставлены к миру и любви учите, мне же имение собирайте и возноситеся», говорил московский князь Василий I митрополиту Киприану. Однако высшее духовенство, избывая государевой службы и тягла, совсем не хотела ограничиться ролью смиренных богомольцев-учителей. Они усердно имение собирали и возносились. Монастыри и архиерейские кафедры владели громадными земельными богатствами и капиталами. Отрекшиеся от мира иноки и смиренные в кавычках владыки усердно и умело приумножали свои прибытки, получая напомин души, отдавая деньги в рост и образцово при посредстве дарового труда крестьян и холопов, ведя хозяйство. У благочестивых государей духовенство испрашивало разные льготы по отбыванию податей и повинностей не только лично для себя, но и для церковных людей, монастырских, посадских и крестьян. Получало государевы грамоты на право независимого суда, беспошлинной торговли и промыслов. Но здесь интересы и стремления высшего духовенства стали в непримиримое противоречие с интересами государства, а также тех классов общества, которые несли государеву службу и тягло. Особенно служилый класс, боярство и дворянство были недовольны привилегиями высшего духовенства. Черные люди, это тяглый народ, крестьяне, ремесленники, также не чувствовали особенного расположения к богатым и пышным царским богомольцам. При таких условиях права и положение духовенства держались только поддержкой верховной власти, так как цари при их религиозности очень дорожили союзом с церковной иерархией, которая давала религиозную опору и освящение их власти. Но с развитием и ростом государства все более чувствовалась настоятельная и неотложная нужда в больших и больших материальных силах и средствах для удовлетворения все возраставших потребностей внешней и внутренней политики. И правительство, когда приходилось выбирать между интересами государства и служилых людей, с одной стороны, и интересами церковной иерархии, с другой, постепенно, с колебаниями и медленно, но неуклонно и роковым образом склонялось на сторону потребностей государевой казны и государевых служилых людей, ограничивая и отменяя церковные права и привилегии. Значение денег и реальная сила военных, служилых и приказных чиновничества людей были более наглядно и очевидны, чем духовное оружие молитвы, которыми располагало духовенство, если бы даже оно не соглашалось предоставлять все это правительству и за малые дары,
что бывало обычно при общей покорности и смирении. Обстоятельства складывались все более неблагоприятно для прав церкви и высшего духовенства. Уложением 1649 года по ходатайству служилых людей запрещено было духовенству приобретать новые вотчины. Учрежден был также монастырский приказ из мирских людей для суда над духовенством. Никон называл уложение «проклятую книгою, полной беззаконий», и энергично требовал его отмены. Некоторое время он, благодаря особенной дружбе с царем, не только с успехом отстаивал церковные права и привилегии, но еще расширил их. Однако это было только случайное и временное торжество. Исторический процесс шел безостановочно, и не в силах отдельных лиц было задержать его ход. Сильно нуждаясь в деньгах, правительство властно предлагало архиереям и монастырям делать добровольные приношения на военные нужды неоскудно, а иногда и прямо брало церковные деньги. «Ведомо нам учинилось, что у вас есть деньги многие, и мы указали взять у вас на жалование ратным», — писал царь Алексей церковным властям. Тяжелая рука государства особенно давала себя чувствовать при возрастании государственных затруднений и потребностей именно в царствовании Алексея Михайловича, особенно с 1657 года, когда начались неудачи в войне со Швецией и в начавшейся с 1658 года очень тяжелой и также неудачной второй войне с Польшей. В это время как раз и произошел разрыв между царем, носителем государственных интересов, и патриархом, блестителем интересов церковных. Помимо причин общих, политических и социально-экономических, известное значение имело здесь наблюдаемое всюду соперничество властей, светской и духовной, их верховных представителей, особенно когда та и другая власть утверждает свое божественное происхождение и значение, и стремятся обладать не только телом человека, его силами и материальными благами, но хотят также господствовать над душами и мыслями. Царь Алексей Михайлович, хотя еще выбран был на царство земским собором, делается во второй половине своего царствования вполне самовластным и неограниченным правителем. Служилые и приказные люди, ненавистные для народа, ищет для себя опоры в твердой и неограниченной царской власти, усердно охраняя и возвышая государеву честь и непререкаемое значение Пресветлого Величества. Окруженный общим преклонением и лестью, царь Алексей Тишайший, кроткий и сердечный, как человек, в личных отношениях, в делах государственных, как царь, был самого высокого мнения о своей чести и власти. Английский посол пишет: «Все сосредоточивается вокруг двора. Ослепленные его блеском подданные привыкают благоговеть перед царем. Они почитают его почти наравне с Богом». Алексей Михайлович требовал, чтобы все делалось царским именем по его указу. В действительности часто делами заправляли приближенные царя, бояре и приказные дьяки. Барон Мейерберг, бывший в Москве как раз в разгар распри между царем и патриархом Никоном в 1661-62 годах, пишет: «Добрый Алексей, царь, от любимцев своих и первостатейных министров так осажден, что никому нет до него доступа. Даже вопли утесненных, нужды государства и неудачи войск или вовсе от него утаиваются, или прикрываются приличными намерениями, и намерением их видами. Вся честь и власть в государстве принадлежала верховному вождю и хозяину с его верными слугами, боярами, дворянами, военными и приказными людьми». Патриарх Никон не мог мириться с таким положением дела. Он становится в открытую оппозицию правительству, резко обличая царя и порицая государственные порядки. Он жалуется, что теперь все делается царским хотением. Царь расширился над церковью и весь суд на себя взял.
Он восхитил церковь и все достояния ее в свою власть беззаконно. Всем архиерейским обладает рука твоя судом и достоянием, пишет Никон царю. Беззаконные дела царя в том, что он церковью обладает, священными вещами богатится и питается. Славится тем, что все церковники, митрополиты, архиепископы, епископы, священники и все причетники покоряются ему, оброки дают, работают, воюют, судом и пошлинами владеет. Церковное достояние, царское величество на свои проторы емлет. По его повелению с церковных имений емлют и людей на службу, и хлеб, и деньги. Берут бесчинно и немилостивно дани тяжкие. Царь дерзновенно и беззаконно восхитил себе власть творить суд над духовенством Божиими рабами. И не только имущественные и служебные права и привилегии духовенства нарушил царь. Он вступается и в чисто церковные, святительские дела. Страшно молвить, но теперь терпеть невозможно, пишет Никон царю. По твоему указу и владык посвящают, и архимандритов, и игуменов, и попов поставляют. И ставленные в грамотах пишут тебя, равночестным святому духу, так. По благодати святаго духа и по указу великого государя. Как будто святой дух неволен посвятить и без твоего указа. По словам Никона, это страшный грех, хула на святого духа. Благодать святого духа унижена и обесчещена, стала немощную. Без царского указа ныне она не может действовать. Царь поступает как великий архиерей. Удивительно, как человеколюбие Божие терпит, что ныне не только сам царь приял на себя сан святительства, но и все, находящиеся в его власти, тоже творят. Неправда царя не только в том, что он церкви и монастыри обнищил и ограбил. Святую церковь приобидел. Царь слишком возгордился, себя выше меры превознес. Царское величество не только расширился над церковью, он даже возгордился на самого Бога широтой своего орла, царский герб. На царском гербе царь дерзновенно изображен в сиянии и славе Соломона, что можно применить лишь к самому Христу. На царской печати, на Библии, царь изображен в сиянии, и внизу только помещено маленькое изображение Святого Креста. Никон возмущается сопоставлением святых праздников с царскими днями по поводу запрещения составителя уложения производить суд одинаково в большие праздники и в дни рождения государя и членов его семейства. Что это за праздники? Что это за таинство? Все любострастно и по-человечески. Не только уподобил человека Богу, но и предпочел Богу. Свою критику и обличение Никон направлял на государственные порядки. Он негодовал на злоупотребление дьяков и приказных людей, заявляя: «Это ведомые враги Божии и дневные разбойники. Без всякой боязни днем людей Божиих губят». Указывал неправды судей, бедствия голодного народа, отягченного тяжкими данями и поборами, расстройство государственных дел. «Судят и насилуют мирские судьи», — пишет Никон царю. «И сего ради собрал ты на себя в день судный велик собор вопиющих о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь неведомо, кто не постится ради скудости хлебной. Во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто бы был помилован, нищие, слепые, хромые, вдовы, черницы и черницы, все данями обложены тяжкими. Везде плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание. Нет никого веселящегося в одни сии.
Весь род христианский царь отягчил данями сугубо, трегубо и больше. И все бесполезно, не с кем ему стоять против врагов. Сохранилось известие, что Никон обвинял правительство за продолжение тяжкой и продолжительной войны с Польшей, открыто заявляя: «Святая кровь христианская из-за пустяков проливается». Опальный патриарх с неудержимой страстностью и прямотою протестовал против существующего порядка, с чрезвычайной резкостью критиковал распоряжения и действия властей, поступки самого царя. Он называет царя мучителем, гонителем церкви, хищником. Обвиняет его в том, что он нарушил все заповеди Божии и правила святых апостолов и святых отцов. Грозит царю участью Египта, Содома. Указывает примеры нечестивых царей Саула, Озии, Навуходоносора и других, наказанных Богом за свою гордость и беззаконие. Никон открыто заявлял, что хотя Алексей Михайлович и называется христианским царем, но на самом деле мало христианства в царе. Напрасно Никоны указывали на то, что он великому государю делает многие досады, и за это по церковным правилам подлежит наказанию. Он с достоинством возражал: «Досаждать царю всем запрещено, но обличать по правде не возбранено. Уже собран много лик зло пострадавших у Господа обличения ради неподобных дел царских, злыми смертями и муками скончавшихся». Напрасно грозили Никону наказанием и даже смертью за бесчестие царя. Бесстрашный патриарх обличает царя за жестокие казни. «Ныне, государь, за одно слово, если кто молвит о правде, языки режет, руки и ноги отсекает, в невозвратное заточение ссылает». «Мы ради Христа, — говорит Никон, — не только принять поношение и укорение, но и умереть готовы». Первообразными примером для себя он считал христианских мучеников, исповедников, а также святителей Иоанна Златоуста, Афанасия Великого, Василия Великого, митрополита Филарета, Филиппа, пострадавших от светской власти. «Божий есмь, и царя вашего не боюсь, аще убить и меня хочет, да убиет», говорил он однажды в порыве обиды и раздражения посланным царя. Выдвигали против Никона другое обвинение, что он творит в мире смуту, производит всенародную молву и смятение. Время было без того очень смутное и тревожное. Черный люд был недоволен своим тяжелым положением, в низах слышалось постоянное глухое брожение, по временам возникали открытые мятежи и восстания. В самой Москве народные волнения произошли в 1648 году. Еще более сильный бунт разыгрался в 1662 году. При таких обстоятельствах страстные резкие обличения Никона падали как искра на горючий материал. Мятежный патриарх иногда прямо призывал к неисполнению закона и неповиновению властям. «Хорошо сделал бы всякий человек священного чина, — пишет он по поводу уложения, — если бы не пошел на беззаконное судище, но наплевал на закон и на судью беззаконного». Великий законник, он ссылался на церковные законы, оправдывающие поборника истины, противящегося властителям, не творящим истины. 17-е правило Сардикского собора и его толкование. Помимо принципиальных разногласий, в Никоне сильно заявляет себя и личное чувство обиды и раздражения. Привыкший к всеобщей покорности и преклонению, опальный патриарх больно чувствовал мелкие уколы самолюбию и обиды, на которые не скупились его торжествующие враги. Одинаково страстно Никон протестует и против нарушения евангельских заповедей, и против допроса монастырских крестьян. Его одинаково раздражают и обиды церкви. Назначение
царем епископов, захват церковных вотчин, светский суд над духовенством и лишение его царского стола, непоминание за богослужением. Среди боярства у Никона было немало личных врагов. Все эти Стрешни, Водоевские, Трубецкие, гордые своим происхождением и близостью ко двору, таили в себе чувство неудовольствия против выскочки патриарха, простого мужика, перед которым они по воле царя одно время должны были униженно склоняться. Теперь они давали чувствовать низвергнутому владыке свое торжество, открыто издеваясь над Никоном. Родной царский дядя Родион Стрешнев назвал свою собаку именем Никона и выучил ее благословлять передними лапами, пародируя патриаршее благословение. «Мы столько терпим поругания от твоих синклитиков!» — не раз жаловался обиженный патриарх царю. Впрочем, и среди бояр у Никона были друзья и приверженцы. На стороне патриарха были не отличавшиеся родовитостью, но выдающиеся по уму и образованности бояре Михаил Ртищев, Артамон Матвеев, Ордын Нащекин. В самом царском семействе неизменную преданность Никону при всех обстоятельствах сохранила царевна Татьяна Михайловна, сестра царя. Она переписывала Никону книги, вышивала узоры, имела портрет патриарха. Под разнообразными впечатлениями и влияниями колебался царь в своих отношениях к опальному патриарху. Старая привязанность к сабинному другу и уважение к умному и правдивому пастырю и собеседнику боролись в его душе с неудовольствием против самовластного владыки и гордого иерарха. Борьба Никона за свои права. 8,5 лет продолжалась распря между царем и патриархом, то усиливаясь, то ослабевая. Вначале, после удаления Никона из Москвы, в июле 1658 года, патриарха с царем установились мирные отношения. Царь послал в Воскресенский монастырь своих бояр, чтобы Никон дал благословение ему, семействам и всему народу, и указал себе преемника. Никон послал всем свое благословение и прощение, просил, чтобы и его простили. Указал себе временного заместителя в лице Петерима, митрополита Крутицкого, чтобы церковь не вдовствовала и не была беспастырной. В заключение подтвердил, что он не хочет быть патриархом. В таком же мирном тоне Никон написал царю собственноручное письмо. Своего новоселья патриарх осенью послал царю монастырских хлебов и овощей. В свою очередь Алексей Михайлович посылал Никону своих бояр с поклоном и милостыней. Один из посланных, князь Юрий, говорил патриарху от имени царя, что все бояре злобствуют на него, а расположены к нему только сам царь, да он князь Юрий. В праздники и царские дни царь посылал Никону лакомство от своего стола. Никон, по-видимому, был доволен своим покоем. В полном его распоряжении находились 3 построенные им монастыря со многими приписанными церквами, монастырями и вотчинами. Всю свою энергию бывший патриарх направил на развитие монастырского хозяйства и постройки. Он деятельно продолжал строение обширного каменного храма в Воскресенском монастыре, расчищал леса, рассаживал сады, копал пруды, строил мельницы, разводил рыбу, во всем трудясь наравне с простыми рабочими, носил кирпичи и так далее. Занимался Никон и литературным трудом. В это время была написана известная Никонова летопись. Но опальный иерарх внимательно следил за ходом дел из своего уединения, и в нем росло недовольство. До избрания себе преемника Никон считал своим правом и обязанностью стоять на страже церковных интересов. С неудовольствием он замечал, что царь все более властно вмешивается в церковные дела. Вместо блюстителя патриаршего престола только исполняет царские приказания – с ним, все же патриархом, запрещает даже сноситься.
монастырский приказ опять вошел в прежнюю силу. Раздражение Никона вылилось в письме государю, когда он узнал, что крутицкий митрополит по царскому повелению совершил верное воскресение обряд шествия на осле, что было принадлежностью патриаршего звания. «Некто, — писал Никон, — дерзнул, о любодействии седалище великого архиерея. Пишу это, не желая возвращения к любоначалию и ко власти. Если это совершилось по твоей воле, государь, Бог тебя прости. Только впредь, Господа ради, воздержись, не в свои дела вмешиваться». Властное вмешательство отшельника-патриарха в церковные дела произвело в царе и властях большое беспокойство. Послали одного дворянина и дьяка в Воскресенский монастырь объясниться с Никоном. Постные говорили ему, что он сам паству оставил, от патриаршества отрекся и потому не должен вмешиваться в архиерейские дела. «Я оставил паству», — возражал Никон, — «но попечения об истине не оставил. В древние времена и простые пустынники возвещали царям об исправлении церковных дел. Святительский престол на Москве я оставил», — продолжал патриарх, — «но чтобы называться патриархом, я не отрицался. Я член соборной апостольской церкви, святительская благодать Святого Духа от меня не отнята, а потому и впредь, когда услышу о каком духовном деле, требующем исправления, молчать не буду». Было очевидно, что Никон совсем не думает ограничиться ролью скромного монастырского затворника. Дать неукротимому иерарху полную волю, хотя бы только в словесной критике, представлялось нежелательным и даже опасным. Летом 1659 года Москва переживала тяжелое событие. В конце июня московское войско потерпело страшное поражение от татар и малороссийского гетмана Выговского. Все были в страхе и смятении, ждали нападения врагов, и Москва трепетала за свою участь. При таких обстоятельствах казались особенно опасными резкие речи Никона, открыто обвинявшего царя и властей в неправдах и неумении вести дела. Затруднения правительства давали только новую пищу обличением недовольного патриарха. Никон говорил, что когда он был на Москве, все шло хорошо. «Тогда Богом хранимо было наше государство, и от Выговского не было никакой неправды. Надо держать их умеючи». Правительство старалось оградить без того тревожно настроенное общество от резких мятежных речей обличителя иерарха. Хотели изолировать Никона в его монастыре или удалить куда-нибудь подальше от Москвы. Запрещено было сноситься с опальным патриархом. Ездить к нему дозволено было только в крайних случаях с особого разрешения царя. По дороге в Воскресенский монастырь поставлены были заставы. Подвергали допросу бывших у Никона лиц. Подозревали Никона чуть ли не в государственной измене, в сношениях с врагами государства. Произведен был обыск в патриарших бумагах, оставшихся в Москве. Запрещено было упоминать имя Никона за богослужением. На Пасхе духовные власти не явились к нему с образами. До Никона доходили слухи, что все это делается по указу самого царя. Горько и обидно все это было для патриарха, бывшего друга царя. В июле 1659 года Никон написал царю резкое письмо, в котором чувство обиды перемешивается с обличениями. «Ты, великий государь, — писал Никон, — через стольника своего прислал свое милостивое прощение. Теперь же, слышу, поступаешь со мной не как с прощенным, а как с последним злодеем. Ты велел взять мои вещи, оставшиеся в келье, и письма, в которых много тайного, чего не следует знать мирянам, да и тебе, великому государю. Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения? Ныне я оболган перед тобой более всех. Не один я, но многие ради меня страдают. Всем положен крупный заказ не приходить ко мне.
слышу, что противно законам церковным ты сам изволишь судить церковные чины, которых не поверено тебе судить. Умились, Господа ради. И за меня грешно не озлобляй тех, которые жалеют о мне. Все люди твои и в твоей руке, того ради милуй их и заступай. Ты Божий слуга. В отмщение злодеям и в похвалу добрым. Тогда и Бог святый оставит многие твои согрешения. Резкие обличения и несдержанные речи Никона укрепляли царя и бояр в мысли как-нибудь отделаться от строптивого патриарха. Под предлогом, что в Воскресенском монастыре небезопасно от врагов, предложено было Никону поехать в Макарьев монастырь в Калязин. «Лучше мне идти в Зачатейский монастырь, в Китай-город под горою», усмехаясь, ответил Никон на это предложение. «Да ведь там тюрьма», — заметил посланный от царя. «Это и есть Зачатейский монастырь», — с горькой улыбкой заметил обиженный патриарх. Летом 1659 года Никон приезжал в Москву и здесь виделся с царем. Царь принимал его с почетом, но не сразу удостоил личной беседы, и то в присутствии бояр. В то же время посланный от царя дьяк говорил патриарху, чтобы он ехал в Калязин монастырь. «И не сопротивляйся, чтобы не было большого смятения», — настаивал посол. Никон все же отказался ехать в Калязин монастырь, а уехал в сентябре в свой Иверский монастырь, а потом дальше в Крестный, где и оставался до сентября следующего 1660 года. Отъездом Никона воспользовались, чтобы созвать собор по его делу. В январе 1660 года разослан был царский указ, а 16 февраля открыты были во дворце соборные заседания речи самого царя, в которой он указывал, что церковь вдовствует без пастыря уже год и 7 месяцев. На соборе все соглашались, что надо избрать нового патриарха. Но не возражал против этого и Никон, когда царь, созвавший против него собор, в то же время послал к нему на далекий север своего стольника с ласковыми словами, чтобы получить от него письменное согласие на поставление нового патриарха. Никон настаивал только, чтобы избрание совершилось благозаконно и праведно. Соборне! При непременном его участии. Пред собором поставлен был другой вопрос. Как поступить с Никоном? По этому вопросу не было единогласного определения. Но злоба врагов Никона восторжествовала. Большинство собора, недовольствуясь простым удалением его с престола, вынесло решение – лишить его чести архиерейства и священства, подвергнуть растрижению. Решение слишком суровое и не могущее быть обоснованным на бесспорных канонических данных. Приглашенные на собор греки с одинаковым рвением приводили церковные правила в доказательство совсем различных решений, а в конце концов с чисто рабской угодливостью и лестью предоставили все дело всецело на решение царя с собором и синклитом, заявляя, что возможно не только оказать Никону снисхождение, но и паки призвать его на престол. Не находя в Никоне особенной вины и даже признавая его благочестивейшим в вере и большим ревнителем преданий, греческие иерархи все же подписали соборное определение о растрижении Никона. Правдивый Епифаний Славянецкий с большой силой и искренностью протестовал против сурового определения. Он твердо стоял на той мысли, что нет таких правил, чтобы лишить Никона архиерейства и священства, и что об этом он не только писать, но и говорить не дерзает. Были на соборе речи в пользу Никона и со стороны некоторых архиереев. Царь колебался. И хотя подтвердил соборное решение, но не приводил его в исполнение, боясь взять на себя ответственность и опасаясь новых волнений. Никон узнал, что в Москве судили и осудили его заочно, не пригласив на собор и не выслушав его объяснений, пришел в справедливое негодование.
Он не хотел признавать собора его решения, как противных церковным правилам. Справедливо назвать этот собор, писал он, не только сонмищем иудейским, но и бесовским, потому что он делал только то, чего хотел и что приказывал царь. Великий законник, он ссылался на каноны, заявляя, нет такого закона или правила, чтобы своего патриарха судили свои епископы, в особенности же от него рукоположенные и в его отсутствие. Никон переехал из крестного монастыря опять в свой любимый Воскресенский монастырь. Царь, как бы чувствуя несправедливость нанесенной Никону обиды, снова завязывает с ним добрые отношения, посылает ему милостыню. Но соборное осуждение, хотя и не было приведено в исполнение, имело свои результаты. Враги Никона начинают действовать смелее, всякими способами досаждают осужденному патриарху, который утратил свое могущество и влияние. Соседние с Воскресенским монастырем землевладельцы заявляют претензии на монастырские земли. У Никона начинаются тяжебные дела с Иваном Сытиным и Романом Бабарыкиным. В дело вмешивается столь ненавистный Никону монастырский приказ. Начинается судебная волокита с иском и допросами. Не обращая внимания на протесты Никона, мирские судьи одни решали затрагивающие интересы церкви дела, брали к допросу монастырских властей и крестьян. В негодовании Никон написал царю в декабре 1660 года обширное и крайне резкое письмо. «Начинаю письмо к твоему благоразумию словами, без которых никто из нас, богомольцев ваших, не смеет писать к вам, государям. Бога молю, челом бью». Жалуясь, что не как святители или как рабы, но как рабитище, отовсюду изобижены, отовсюду гонимы, отовсюду утесняемы, видя святую церковь гонимую, негодующий патриарх во всем обвиняет царя. «Откуда ты взял такую дерзость, — спрашивает он царя, — чтобы делать сыски о нас и судить нас? Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, рабами Божиими? Недовольны ли тебе судить правильно людей царствия мира сего? Но ты и об этом не заботишься. Насилием и беззаконием называет Никон приказ взять для допроса крестьян Воскресенского монастыря, равно как и то, что царь вмешивается в церковные суды, в назначение епископов и священников, берет насилием нещадно вещи, движимые и недвижимые, у церквей и монастырей. Он грозит за это царю судом Божиим. Тогда восстанут на тебя и Святой Дух, которого ты обесчестил, будто благодать бессильна без твоего указу, а святые апостолы, святые отцы всех соборов и благочестивые цари и князья, которых повеления, правила, узаконения на пользу церкви ты нарушил и все грамоты упразднил. В заключение Никон рассказывает бывшее ему видение, будто бы он в Успенском соборе, и все умершие святители восстали из гробов. Святитель Петр велел ему возвестить Божий гнев на царя за обиды в церкви и показал ему знамение. «Вижу, западной стены церковной нет, виден царский дворец, и огонь, бывший в церкви, собрался, устремился на царский дворец, и тот запылал». Гнев Никона обрушился также на место блюстителя патриаршего престола, митрополита Петерима, в неделю православия в 1662 году. Никон произнес на него анафему. Проклятие наложено было патриархом и на другого его врага, боярина Стрешнева. Положение запутывалось. Неизложенный собором патриарх не только не подчинялся соборному решению, но властно судил других и подвергал отлучению. В свое оправдание Никон указывал на церковные правила. В нарушении правил
обвинял он царя и епископов. «Епископы наши обвиняют нас одним правилом», — писал он, — «но когда о них самих предложится множество правил, тогда, думаю, не останется ни один архиерей или пресвитер достойным, а все постыдятся и осудятся от святых правил». Знаток Писания и канонов Никон чувствовал здесь свое превосходство над противниками. «Какие власти?» — заявляет он пренебрежительно. «И кому к нижним учениям и правилам и говорить? Они грамоте не умеют!» Но как раз в разгар споров патриарха с противниками в 1662 году явился в Москву один ученый-грек, который сумел оформить обвинения против Никона, поставить их на каноническую почву. Это был Паисий Лигарит, носивший сомнительный титул гавского митрополита. Прошлое его было довольно туманным, темным. Он принимал даже латинство в Риме и переходил из одной страны в другую, как большинство пришельцев греков, наезжавших в богатую и хлебосольную Москву. Лигарит не отличался твердостью убеждений и нравственной устойчивостью характера. Из своей корыстной цели был готов служить нашим и вашим. Но у него было большое достоинство. Он был умный и образованный человек, искусный в диалектике. Никон, еще будучи на патриаршестве, нуждаясь в ученых людях, пригласил Лигарида в Москву для книжного дела. Паисий прибыл в Россию, когда уже Никон ушел с кафедры. Узнав о его приезде, Никон написал ему из Воскресенского монастыря любезное письмо, надеясь найти в нем надежного союзника и защитника своего дела. Но хитрый грек жестоко насмеялся над опальным владыкой. В ответном витиеватом послании он еще колебался, на чью сторону встать враспри между царем и патриархом. Стоя промеж двух сражающихся, не зная, куда мне обратиться, никто не может служить двум господам. Скажу без лести, Алексей и Никон, самодержец и патриарх, один ежедневно милует, другой молится и благословляет. Но колебания сообразительного пришельца продолжались недолго. Вскоре он решительно становится на сторону того, кто милует, и начинает всецело служить врагам Никона. В лице Лигарида противники все еще грозного патриарха нашли то, чего им не доставало. Знание церковных законов и образованность соединялись в нем с житейской ловкостью и изворотливостью ученого-казуиста. Как надежному авторитетному эксперту, боярин Стрешнев от имени царя представил Паисию для ответа 30 обвинительных вопросов по делу Никона. Ответы Паисия всецело клонились к обвинению патриарха в согласии с решением собора 1660 года. В негодовании Никон написал свое возражение или разорение, разросшееся в громадную рукопись около 1000 листов. Вопрос ставился на широкую принципиальную почву. Спор шел об отношении церкви и государства, власти светской и духовной, царя и патриарха. По совету Паисия решено было составить собор и провозгласить на него, пригласить восточных патриархов. Чтобы предварительно узнать мнение патриархов, вместе с пригласительными к ним грамотами заготовлены были для них особые вопросные пункты, 25, где, хотя имя Никона не упоминалось, но ставился для разрешения основной вопрос всего его дела об отношении царской и церковной власти. Грамоты к восточным патриархам поручено было отвести иеродиакону Милетию, которого рекомендовал царю Паисий Лигарит. Тщетно Никон протестовал против Милетия, заявляя, что он человек злой, воришка, на все руки подписывается и печати подделывает. В письме к царю Никон заявлял, что он не отметается Великого Вселенского Собора, не боится суда восточных патриархов, но опасается новой смуты. Он хотел лично видеться с царем, и 28 декабря для этого тайно приехал в Москву. Но царь с гневом заявил на просьбу о свидании, «Патриарху не видать очей моих до приезда вселенских патриархов». 1 января 1663 года иродиакон Милетий, щедро снабженный деньгами, отправился на восток с
царскими грамотами к патриархам. Вместе с тем было назначено для подготовки к собору особая следственная комиссия по делу Никона. Повсюду, по всем церквам и монастырям разосланы были запреты о действиях и распоряжениях бывшего патриарха. Не было недостатка в добровольных доносчиках, таивших злобу против Никона или просто желавших выслужиться перед властями. Со всех сторон посыпались доносы и обвинения против некогда грозного владыки. Душой всего следственного дела был Паисий Лигарит, который стоял во главе соборной комиссии. Тяжелые минуты переживал гонимый патриарх в своем монастырском уединении. Напрасно он жаловался государю, что тот клеветников, врагов Божиих слушает, что его, патриарха, всячески поносят и бесчестят, и копсу применяют. Никон, наконец, не вытерпел, когда его тяжбу с Барыкиным решили не его пользу, и посланные от царя чиновники со средствами начали отводить спорный участок земли к вотчинам Барыкина. Он собрал братьев в церковь, служил здесь молебен в напастях, прочитал жалованные царские грамоты на монастырские земли и заключение произнес, называя имени клятвенные слова 108-го псалма на обидящих. «Да будут дни его малы, власть его пусть достанется другому, дети его да будут сиротами и жена его вдовой». Барыкин тотчас донес в Москву, что Никон проклинал царя и его семейство. Набожный Алексей Михайлович страшно забеспокоился. Он со слезами жаловался собравшимся архиереям: «Пусть я грешен. Но чем согрешили мои любезные дети, жена моя и весь двор мой, чтобы произносить на них такую клятву?» Хотели немедленно сослать строптивого патриарха в дальнюю жестокую ссылку, но потом решили послать в Воскресенский монастырь для допроса особого посольства. Отправились к Никону во главе с Паисием Лигаридом, астраханский архиепископ Иосиф, один архимандрит, и из светских давние враги Никона князь Адаевский, составитель уложения, боярин Стрешнев и дьяк Алмаз Иванов. После 18 июля с большим шумом в сопровождении большого отряда стрельцов и дворян явились в Воскресенский монастырь. Доложили Никону, который был в вечерне. Он соглашался всех принять, кроме Паисия, если тот не представит ему грамот от восточных патриархов, что требуется канонами. Не обращая внимания на протест Никона, Паисий явился во главе посольства, гордый, насмешливый, в какой-то особой красной мантии. Никон едва сдерживал свое раздражение при виде торжествующих врагов. Молча также стерпела обиду, когда Паисий и духовные при встрече не подошли к нему под благословение. Но вот Паисий начал говорить первым и на латинском языке стал громко чинить допрос патриарху, обвиняя его, что он проклинал царя и его семейство. Никон не выдержал. «Вор! Нехрист! Собака! Самоставленник! Мужик!» — закричал он на Паисия. «Не в первый раз тебе ездить по государствам и мутить, и здесь хочешь сделать то же!» Не остался в долгу и Паисий, заявив, что он не считает Никона патриархом. Начал говорить Иосиф. «Досталось ему и ты, бедный, туда же!» — набросился на него Никон. «А помнишь ли свое обещание? Обещался и царя не слушать без нашего повеления! Или тебе, бедняку, что дали?» Заговорили бояре. Адаевский заявил, что они все посланы от государя и от собора, и Никон бесчестие их бесчестит великого государя и весь священный собор. Паисий подхватил это обвинение и добавил, что он будет жаловаться за бесчестие вселенским патриархам. «Я с тобой, вором, ни о чем говорить не стану!» — закричал на него Никон. Продолжение о патриархе Никоне. Страница 85. Посланные 18 июля с большим шумом в сопровождении большого отряда стрельцов и дворян явились в Воскресенский монастырь.
Доложили Никону, который был в вечерне. Он соглашался всех принять, кроме Паисия. Если тот не представит ему грамот от восточных патриархов, что требуется канонами. Не обращая внимания на протест Никона, Паисий явился во главе посольства, гордый, насмешливый, в какой-то особенной красной мантии. Никон едва сдерживал свое раздражение при виде торжествующих врагов. Молча также стерпел он обиду, когда Паисий и духовные при встрече не подошли к нему под благословение. Но вот Паисий начал говорить первым и на латинском языке, стал гордо чинить допрос патриарху, обвиняя его, что он проклинал царя и его семейство. Никон не выдержал. «Вор, нехрист, собака, самоставленник, мужик!» — закричал он на Паисия. «Не в первый раз тебе ездить по государствам и мутить, и здесь хочешь сделать то же!» Не остался в долгу и Паисий, заявив, что он не считает Никона патриархом. Начал говорить Иосиф, досталось и ему. «И ты, бедный, туда же!» — набросился на него Никон. «А помнишь ли свое обещание? Обещался и царя не слушать без нашего повеления. Или тебе, бедняку, что дали?» Заговорили бояре, а Даевский заявил, что они все посланы от государя и от собора, и Никон бесчестие их бесчестит великого государя и весь священный собор. Паисий подхватил это обвинение и добавил, что он будет жаловаться за бесчестие вселенским патриархам. «Я с тобой, вором, ни о чем говорить не стану!» — закричал на него Никон. Раздражение с обеих сторон возрастало. Напрасно Никон уверял, что он проклинал Романа Бабарыкина, а не государя. Ему не хотели верить. Обиженный патриарх выходил из себя, бегал по комнате, стучал посохом, кричал на посланных, перебивая их речи. Сыпались взаимные укоры в неправдах и обидах. В порыве раздражения Никон сказал: «Хотя бы к лицу государя я говорил». «Да за такие обиды я и теперь стану молиться, приложи, Господи, зла славным земли!» Посланные говорили, что Никон за его неистовство не только чужд патриаршества, но достоин ссылки и крепкого подначальства. «Вы пришли на меня, как жиды на Христа!» — закричал Никон. На этом объяснения кончились. Но посланные еще больше недели оставались в монастыре, чиня розыск и допросы. Страшно было в это время в обители, допрашивали всех, угрожая ссылкой и пытками. Стрельцы хватали патриарших людей и некоторых бросали в тюрьмы. Никону запрещено было выходить из монастыря. В патриаршей келье представлен был отряд стрельцов с мушкетами и бердышами. Вооруженные стрельцы неотлучно следовали за патриархом, шел ли он в церковь или на постройки. О результатах следствия доносили в Москву и оттуда ждали окончательных распоряжений. Между прочим, следователи доносили, будто Никон грозил, что он великого государя отсечет от христианства. «Если бы не такой на нем сан, мы бы его за такие разговоры живым не пустили», писали услужливые бояре. Наконец, Никону объявлено было распоряжение царя и священного собора, чтобы он впредь патриархом не именовался, а архиерейское не действовал, жил бы до великого собора смирно в монастыре и кроме кельи до церкви никуда не выходил. Никон протестовал только против лишения архиерейства, говоря: «Иудейское сонмище беснуется и против божественных правил запрещает. А чтобы мне жить в монастыре и никуда не ходить, на этой великого государя милости челом бью. В монастыре жить я готов, и никуда не пойду». После бурных споров наступило некоторое затишье. «Ну что, видел Никона?» — спрашивал с усмешкой льстивого Паисия Алексей Михайлович. «Лучше бы мне не видеть такого чудища», — отвечал хитрый грек. — «Лучше оглохну, чем слушать его циклопские крики. Если бы кто его увидел, то почел бы за бешеного волка».
В мае 1664 года приехал Милетий и привез ответные грамоты вселенских патриархов. Хотя в грамотах не упоминалось имя Никона, но они всецело клонились к его осуждению в духе соборного решения 1660 года. Патриархи писали о безграничной власти царя и усвояли ему право вместе с епископами и боярами судить патриарха. Однако значение привезенных Милетием грамот и его устных сообщений было подорвано. Еще до его приезда явился в Москву иконийский митрополит Афанасий, который выдавал себя за родственника экзарха Константинопольского патриарха и от патриаршего имени требовал у царя тайной аудиенции. От лица патриарха и собора он советовал царю примириться с Никоном и призвать его на патриарший престол. Грамоты, привезенные Милетием, Афанасий называл подложными и очень невыгодно отзывался о Паисии Лигариде. Греки разделились на две партии – сторонников и врагов Никона. Между ними пошли ссоры, перебранки, взаимные обвинения во лжи, корыстолюбии и подлогах. В Москву наехало немало искателей приключений и наживы. Все это окончательно подрывало авторитет приезжих греков. Царь колебался. Решили отправить новое посольство на восток, непременно звать патриархов в Москву. С грамотами в сентябре отправлены были тоже Милетий, грек Стефан Юрьев, но под наблюдением подьячего тайного приказа Оловенникова. Паисий Лигарит все еще был в большой силе. Через своих сторонников он настойчиво добивался получить звание экзарха Константинопольского патриарха, чтобы от лица патриархов председательствовать на Московском соборе. В душу царя, однако, уже закрадывалось сомнение по отношению к льстивому греку, о котором шли толки, что он попежник, незаконный митрополит и лукавый человек. В ноябре 1664 года пришла новая грамота от Иерусалимского патриарха Нектария. Он советовал царю помириться с Никоном и не слушать лукавых людей, особенно незаконного гасского митрополита. Мысль царя невольно обращалась от льстивых, лукавых и своекорыстных врагов Никона к искреннему и правдивому монастырскому затворнику-патриарху. Благодушной натуре Алексея Михайловича претило состояние продолжительной вражды, пререканий и споров. Настроение доброго царя складывалось в пользу примирения с Никоном. В этом смысле он высказывался прямо в интимном кругу близких бояр. 3 декабря царь исключительно милостиво принял присланного Никоном архимандрита. У Никона было немало друзей, и они решили воспользоваться добрым настроением Алексея Михайловича, чтобы устроить примирение царя с патриархом. Давний друг Никона, боярин Зюзин, шлет ему письмо за письмом, настойчиво, от имени царя приглашая патриарха приехать в Москву. Зюзин писал, что царь сам не может писать духовенство и синклита ради, и он действует по поручению царя. В письме подробно описывалось, как и когда Никон должен приехать и что делать. Никон задумался в нерешительности и колебался. Его подкрепило сновидение, будто в Успенском соборе восставшие из гробов московские святители подписывали грамоту о его возвращении на патриарший престол. «Я не противник воли Божией и Государовой», — сказал Никон и решил ехать в Москву мириться с царем. В ночь 17 на 18 декабря к воротам на заставе в Москве подъехало несколько саней и верховых. «Кто едет?» — закричали сторожившие стрельцы. «Власти Савина монастыря!» — был ответ. Поезд был пропущен и быстро направился в темноте к Кремлю. В Успенском соборе служили за утреннюю, читали вторую кафизму. Вдруг широко раскрылись двери. В собор вошла толпа монахов, а за ними в преднесении креста показалась хорошо знакомая величественная фигура патриарха. Все были в недоумении и растерялись, служба приостановилась. Между тем пришедшие с Никоном монахи запели обычное входное достойно, а патриарх, взяв посох Петра митрополита, стал по чину прикладываться к иконам и мощам. Потом Никон велел растерявшемуся диакону читать эктинию.
встал на патриаршее место и начал благословлять духовенство и народ. Ростовский митрополит Иона, недавно назначенный местоблюстителем патриаршего престола, первый подошел под благословение, другие за ним. Певчие пропели «Исповедь деспота». Патриарх послал митрополита доложить царю о своем прибытии. Царь в это время слушал за утренню в своей дворцовой церкви. Во дворце всполошились, забегали огни, составилось совещание из духовенства и бояр. Тут больше кричали враги Никона во главе с Паисием Лигоридом, обвиняя патриарха, что он дерзновенно и разбойнически нахлынул на патриарший престол, не ожидая суда восточных патриархов. С такими речами явились посланные из дворца в собор к патриарху, спрашивая Никона, зачем он самовольно явился в Москву и вошел в соборную церковь. «Я пришел никем не званый», — спокойно, но твердо заявил патриарх, «чтобы государь кровь утолил и мир учинил. А от суда вселенских патриархов я не бегаю». Он вручил посланным письмо к царю. Письмо Никона, написано в мирном тоне, с указанием на сновидение, было прочитано во дворце и произвело сильное впечатление. Царь колебался, но не решался действовать сам на свою ответственность и слушал советников. Враги Никона не молчали, громче всех кричал Паисий. Ангел сатаны преобразился в ангела света. «Пусть скорее удалится этот лжевидец!» С опасением говорили, как бы ни произошло смуты в народе или даже кровопролития. Этот аргумент имел особенное значение для царя, напуганного народными бунтами и волнениями. В Успенский собор послали сказать Никону, чтобы он уезжал из соборной церкви туда, откуда приехал. «Да поспеши до восхода солнца», — торопили посланные, «чтобы не случилось потом чего неприятного». Никон понял, что он обманут, оскорблен и одурачен. В раздражении отвернулся он от бояр и духовенства и с посохом в руке быстро пошел вон из собора. «Оставь посох Петра митрополита», — сказали бояре. «Разве отнимете силою?» — сказал Никон. Поспешно сел он в повозку, отряс прах от ног и под конвоем стрельцов выехал из Москвы. Энергия оставила непреклонного иерарха. Он отдал посох продолжение о патриархе Никоне. Страница будет 85. Посланные 18 июля с большим шумом в сопровождении большого отряда стрельцов и дворян явились в Воскресенский монастырь. Доложили Никону, который был в вечерне. Он соглашался всех принять, кроме Паисия, если тот не представит ему грамот от восточных патриархов, что требуется канонами. Не обращая внимания на протест Никона, Паисий явился во главе посольства, гордый, насмешливый, в какой-то особенной красной мантии. Никон едва сдерживал свое раздражение при виде торжествующих врагов. Молча также стерпел он обиду, когда Паисий и духовные при встрече не подошли к нему под благословение. Но вот Паисий начал говорить первым и на латинском языке. Стал гордо чинить допрос патриарху, обвиняя его, что он проклинал царя и его семейство. Никон не выдержал. «Вор, нехрист, собака, самоставленник, мужик!» — закричал он на Паисия. «Не в первый раз тебе ездить по государствам и мутить, и здесь хочешь сделать то же!» Не остался в долгу и Паисий, заявив, что он не считает Никона патриархом. Начал говорить Иосиф, досталось и ему. «И ты, бедный, туда же!» — набросился на него Никон. «А помнишь ли свое обещание? Обещался и царя не слушать без нашего повеления. Или тебе, бедняку, что дали?» Заговорили бояре. Адаевский заявил, что они все посланы от государя и от собора, и Никон бесчестия их бесчестит великого государя и весь священный собор. Паисий подхватил это обвинение и добавил, что он будет жаловаться за бесчестие вселенским патриархам.
«Я с тобой, вором, ни о чем говорить не стану!» — закричал на него Никон. Раздражение с обеих сторон возрастало. Напрасно Никон уверял, что он проклинал Романа Бабарыкина, а не государя. Ему не хотели верить. Обиженный патриарх выходил из себя, бегал по комнате, стучал посохом, кричал на посланных, перебивая их речи. Сыпались взаимные укоры в неправдах и обидах. В порыве раздражения Никон сказал: «Хотя бы к лицу государя я говорил. Да за такие обиды я и теперь стану молиться. Приложи, Господи, зла славным земли!» Посланные говорили, что Никон за его неистовство не только чужд патриаршества, но достоин ссылки и крепкого подначальства. «Вы пришли на меня, как жиды на Христа!» — закричал Никон. На этом объяснения кончились, но посланные еще больше недели оставались в монастыре, чиня розыск и допросы. Страшно было в это время в обители, допрашивали всех, угрожая ссылкой и пытками. Стрельцы хватали патриарших людей и некоторых бросали в тюрьмы. Никону запрещено было выходить из монастыря. В патриаршей келье представлен был отряд стрельцов с мушкетами и бердышами. Вооруженные стрельцы неотлучно следовали за патриархом, шел ли он в церковь или на постройки. О результатах следствия доносили в Москву и оттуда ждали окончательных распоряжений. Между прочим, следователи доносили, будто Никон грозил, что он великого государя отчтет от христианства. «Если бы не такой на нем сан, мы бы его за такие разговоры живым не пустили», — писали услужливые бояре. Наконец Никону объявлено было распоряжение царя и Священного собора, чтобы он впредь патриархом не именовался, а архиерейское не действовал, жил бы до Великого собора смирно в монастыре и кроме кельи до церкви никуда не выходил. Никон протестовал только против лишения архиерейства, говоря: «Иудейское сонмище беснуется и против божественных правил запрещает. А чтобы мне жить в монастыре и никуда не ходить, на этой великого государя милости челом бью. В монастыре жить я готов и никуда не пойду». После бурных споров наступило некоторое затишье. «Ну что, видел Никона?» — спрашивал с усмешкой льстивого Паисия Алексей Михайлович. «Лучше бы мне не видеть такого чудища», — отвечал хитрый грек. «Лучше оглохнуть, чем слушать его циклопские крики. Если бы кто его увидел, то почел бы за бешеного волка». В мае 1664 года приехал Милетий и привез ответные грамоты вселенских патриархов. Хотя в грамотах не упоминалось имя Никона, но они всецело клонились к его осуждению в духе соборного решения 1660 года. Патриархи писали о безграничной власти царя и усвояли ему право вместе с епископами и боярами судить патриарха. Однако значение привезенных Милетием грамот и его устных сообщений было подорвано. Еще до его приезда явился в Москву иконийский митрополит Афанасий, который выдавал себя за родственника и экзарха Константинопольского патриарха и от патриаршего имени требовал у царя тайной аудиенции. От лица патриарха и собора он советовал царю примириться с Никоном и призвать его на патриарший престол. Грамоты, привезенные Милетием, Афанасий называл подложными и очень невыгодно отзывался о Паисии Лигариде. Греки разделились на две партии – сторонников и врагов Никона. Между ними пошли ссоры, перебранки, взаимные обвинения во лжи, корыстолюбии и подлогах. В Москву наехало немало искателей приключений и наживы. Все это окончательно подрывало авторитет приезжих греков. Царь колебался. Решили отправить новое посольство на восток, непременно звать патриархов в Москву. С грамотами в сентябре отправлены были тот же Милетий, грек Стефан Юрьев, но под наблюдением подьячьего тайного приказа Оловенникова. Паисий Лигарит все еще был в большой силе.
через своих сторонников он настойчиво добивался получить звание экзарха Константинопольского патриарха, чтобы от лица патриархов председательствовать на Московском соборе. В душу царя, однако, уже закрадывалось сомнение по отношению к льстивому греку, о котором шли толки, что он попежник, незаконный митрополит и лукавый человек. В ноябре 1664 года пришла новая грамота от иерусалимского патриарха Нектария. Он советовал царю помириться с Никоном и не слушать лукавых людей, особенно незаконного гасского митрополита. Мысль царя невольно обращалась от льстивых, лукавых и своекорыстных врагов Никона к искреннему и правдивому монастырскому затворнику-патриарху. Благодушной натуре Алексея Михайловича претило состояние продолжительной вражды, пререканий и споров. Настроение доброго царя складывалось в пользу примирения с Никоном. В этом смысле он высказывался прямо в интимном кругу близких бояр. 3 декабря царь исключительно милостиво принял присланного Никоном архимандрита. У Никона было немало друзей, и они решили воспользоваться добрым настроением Алексея Михайловича, чтобы устроить примирение царя с патриархом. Давний друг Никона, боярин Зюзин, шлет ему письмо за письмом, настойчиво, от имени царя приглашая патриарха приехать в Москву. Зюзин писал, что царь сам не может писать духовенство и синклита ради, и он действует по поручению царя. В письме подробно описывалось, как и когда Никон должен приехать и что делать. Никон задумался в нерешительности и колебался. Его подкрепило сновидение, будто в Успенском соборе восставшие из гробов московские святители подписывали грамоту о его возвращении на патриарший престол. «Я не противник воли Божией и государовой», — сказал Никон и решил ехать в Москву мириться с царем. В ночь с 17 на 18 декабря к воротам на заставе в Москве подъехало несколько саней и верховых. «Кто едет?» — закричали сторожившие стрельцы. «Власть Исаина монастыря!» — был ответ. Поезд был пропущен и быстро направился в темноте к Кремлю. В Успенском соборе служили за утреннюю, читали вторую кафизму. Вдруг широко раскрылись двери. В собор вошла толпа монахов, а за ними в преднесении креста показалась хорошо знакомая величественная фигура патриарха. Все были в недоумении и растерялись, служба приостановилась. Между тем пришедшие с Никоном монахи запели обычное входное достойно, а патриарх, взяв посох Петра митрополита, стал по чину прикладываться к иконам и мощам. Потом Никон велел растерявшемуся диакону читать эктинию, стал на патриаршее место и начал благословлять духовенство и народ. Ростовский митрополит Иона, недавно назначенный местоблюстителем патриаршего престола, первый подошел под благословение, другие за ним. Певчие пропели «Исповедь деспота». Патриарх послал митрополита доложить царю о своем прибытии. Царь в это время слушал за утреннюю в своей дворцовой церкви. Во дворце всполошились, забегали огни, составилось совещание из духовенства и бояр. Тут больше кричали враги Никона во главе с Паисием Лигаридом, обвиняя патриарха, что он дерзновенно и разбойнически нахлынул на патриарший престол, не ожидая суда восточных патриархов. С такими речами явились посланные из дворца в собор к патриарху, спрашивая Никона, зачем он самовольно явился в Москву и вошел в соборную церковь. «Я пришел никем не званый», — спокойно, но твердо заявил патриарх, «чтобы государь кровь утолил и мир учинил. А от суда вселенских патриархов я не бегаю». Он вручил посланным письмо к царю. Письмо Никона, написанное в мирном тоне, с указанием на сновидение, было прочитано во дворце и произвело сильное впечатление. Царь колебался, но не решался действовать сам на свою ответственность и слушал советников. Враги Никона не молчали, громче всех кричал Паисий. «Ангел сатаны преобразился в ангела света. Пусть скорее удалится этот лжевидец».
с опасением говорили, как бы ни произошло смуты в народе или даже кровопролития. Этот аргумент имел особенное значение для царя, напуганного народными бунтами и волнениями. В Успенский собор послали сказать Никону, чтобы он уезжал из соборной церкви туда, откуда приехал. «Да поспеши до восхода солнца», — торопили посланные, — «чтобы не случилось потом чего неприятного». Никон понял, что он обманут, оскорблен и одурачен. В раздражении отвернулся он от бояр и духовенства и с посохом в руке быстро пошел вон из собора. «Оставь посох Петра митрополита», — сказали бояре. «Разве отнимете силою?» — сказал Никон. Поспешно сел он в повозку, отряс прах от ног и под конвоем стрельцов выехал из Москвы. Энергия оставила непреклонного иерарха. Он отдал посох и выдал посланным от царя письма Зюзина, по которым он приехал в Москву. Зюзин был арестован, подвергнут допросу и пытке. Боярский суд приговорил его к смертной казни. Но царь, как бы чувствуя за собой некоторую вину, смягчил приговор. Зюзин был сослан на службу в Казань. Пострадал митрополит Иона. Его отрешили от места блюстительства патриаршего престола. Попытка примирения не удалась. Оставалось ждать суда восточных патриархов. Никон знал, какую сеть лжи и клеветы плели его враги через своих клевретов, посланных патриархам. Важно было представить дело в своем освящении. Никон написал обширную грамоту к константинопольскому патриарху Дионисию, в которой подробно излагал свою распри с царем. Грамота была переведена на греческий язык и отправлена с надежным человеком. Но за каждым шагом Никона зорко следили. Посланный был схвачен, и письмо Никона послужило к его обвинению перед патриархами. Низложение, ссылка и смерть Никона. 2 ноября 1666 года прибыли в Москву два восточных патриарха, Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Их встречали торжественно и с большими почестями. От городских ворот с крестным ходом, при звоне колоколов, среди огромного стечения народа, патриархи проследовали в Успенский собор. 4 ноября в торжественной аудиенции принимал патриархов царь. Он говорил при этом витиеватую приветственную речь, называя их херувимами и серафимами. После первых церемоний и угощений патриархи немедленно приступили к делу, которое предстояло решить 5 ноября. Они были у царя и 7 часов провели в тайной беседе по делу Никона. В качестве толмачей и докладчиков указано было состоять при патриархах нескольким духовным и светским лицам. Но главным докладчиком и советником патриархов по их просьбе сделался Паисий Лигарит. Правительство деятельно готовилось к собору. Собраны были многие грамоты, письма, справки. Паисий представил составленную им особенную записку с фальшивыми и мелочными обвинениями против Никона. Будто он оскорблял всех восточных патриархов, чесался в алтаре перед зеркалом и тому подобное. В особом роскошном ящике представлены были грамоты восточных патриархов, привезенные Милетием в 1664 году, служившие к осуждению Никона. На позднейшие грамоты патриархов Иерусалимского и Константинопольского, в которых они высказывались в пользу Никона, не были представлены в собор. Заседания собора открылись 7 ноября в столовой царской палате. Всех заседаний по делу Никона было более 8. Заседания были открыты и тайные. На первых, кроме духовенства, присутствовал царь с боярами. Он являлся и главным докладчиком и обвинителем Никона. Причем горько жаловался патриархам на бывшего сабинного друга, иногда обливаясь слезами. Кроме многочисленного великорусского духовенства, на соборе участвовали западнорусские епископы и греки. Первые 4 заседания имели подготовительный характер. Решено было пригласить на собор Никона. 29 ноября
приехали в Воскресенский монастырь звать Никона, посланные от собора, псковский архиепископ Арсений с двумя архимандритами. Никон заявил, что он поставлен константинопольским патриархом, а потому Александрийский и Антиохийский патриархи, которые к тому же не живут на местах своих древних престолов и скитаются, не имеют права его судить. Если они имеют полномочия от константинопольского и иерусалимского патриархов, тогда я, как соберусь, приду на Москву, добавил Никон. «Отвечай нам, идешь или нет?» — резко обратился к Никону один из посланных, ярославский архимандрит Сергий. Никон заметил архимандриту, что он незаконный посол, так как по правилам следовало послать за ним, патриархом, двух или трех архиереев. «Мы к тебе не по правилам пришли, а по государеву указу», — откровенно грубо возразил Сергий. О разговоре с Никоном посланные донесли в Москву. На следующий день, 30 ноября, Никон служил последнюю службу в Воскресенском монастыре. Он исповедался, соборовался, сказал прощальную речь братьям о терпении и, взяв крест и несколько книг, вечером того же дня выехал в Москву. Между тем на соборе, по получению известия от первого посольства, желая действовать строго по правилам, решили отправить к Никону вторую и третью депутации, которые выехали через 3 часа одна за другой. Посланные встретили Никона уже на пути в Москву. Они остановили поезд и выговаривали патриарху, будто он оказал непослушание великому государю и обесчестил святейших патриархов и весь собор. В то же время приказано было Никону приехать в Москву непременно ночью и с немногими людьми. «Некому на вас жаловаться», — с горечью отвечал обиженный патриарх, — «разве одному Богу? Как же я не еду? И для чего велите выезжать ночью с немногими людьми? Хотите верно удавить, как митрополита Филиппа удавили?» В назначенный срок около 12 часов ночи на 1 декабря под конвоем стрельцов Никон прибыл в Москву. Перед городскими воротами поезд был остановлен и осмотрен, а клирик Никона, предносивший патриарший крест Иван Шушерин, подвергшийся потом многолетнему заключению и ссылке и написавший жизнеописание Никона, был арестован и немедленно отведен к царю на допрос. Никона отвезли в Кремль и поместили в особом доме. Тотчас к дому приставлена была стража. Кремлевские Никольские ворота были крепко заперты, а большой мост перед воротами даже совсем разобран. Таким образом, Никон оказался арестованным под крепким караулом. 1 декабря происходило в присутствии царя 5-е заседание собора в царской столовой палате. Послали депутации звать Никона на собор. При этом указано было, чтобы он шел смиренно. Никон отправился торжественно в патриаршем облачении, перед ним несли крест. Дорогой толпы народа теснились, чтобы видеть опального патриарха и принять благословение. По пути Никон хотел зайти в Успенские и Благовещенские соборы, где шла служба, но его не допустили. Соборные двери при его приближении запирались на замок. На соборе решили не вставать при появлении Никона. Но когда внесли крест и вошел с посохом и в облачение Никон, царь и за ним все невольно поднялись. Никон прочитал входную молитву, поклонился царю, патриархам и всем присутствующим. Не видя для себя равного с патриархами места, он стоял с посохом в руке. Никону предложили сесть на скамье вместе с епископами. «Места, где сесть, я здесь для себя не вижу, а с собой не принес. Разве сесть мне, где стою?» — с иронией сказал гордый иерарх. И все время заседания, продолжавшегося 11 часов, провел стоя. «Скажите, зачем вы меня звали?» — обратился Никон к собору. Тогда царь быстро сошел со своего трона и, став около стола вблизи Никона, в сильном волнении начал свою обвинительную речь против бывшего друга. Со слезами жаловался Алексей Михайлович, что Никон самовольно, никем не гонимый,
удалился с патриаршества, оставил церковь без пастыря, причинил церковную смуту и так далее. Потом патриархи через переводчика ставили Никону обвинительные вопросы. Сначала было выдвинуто два обвинительных пункта против Никона: самовольное без причины оставление кафедры и клятвенное отречение от патриаршества. Смысл этих обвинений был тот, чтобы подвести Никона под действие некоторых канонов, по которым архипастырь, без благословной вины оставивший свой престол и паству, или добровольно сложивший в себе архипастырское звание для монашеских подвигов, должен быть совершенно чужд епископской чести и достоинства. Никон на это основательно возражал, что он ушел с московской кафедры по причине царского гнева. От архипастырства и патриаршего сана он не отказывался и клятвы на то не давал. И прежние святые отцы Афанасий Александрийский и Григорий Богослов бегали от царского гнева, говорил Никон. Выдвинуто было новое обвинение против Никона. Царь жаловался, что Никон написал на него многие бесчестия и укоризны. В доказательство велено было читать перехваченное письмо Никона к константинопольскому патриарху Дионисию. Вопрос был сведен на личную почву. Пошли взаимные упреки, обвинения с натяжками и раздражением. Дошли до того места в письме, где Никон обвинял Паисия Лигарида в латинстве, называл собор под его председательством незаконным и писал Дионисию: «С этого беззаконного собора прекратилось соединение Святой Восточной Церкви, и мы от благословения вашего отлучились, а прияли волями своими начаток от римских костелов». За это место особенно усыпились, потому что оно давало повод обвинить Никона в самой тяжкой вине — хуле на православную церковь. Царь говорил: «Никон тем святую церковь и православную веру в России опорочил, и меня, государя, и всех православных христиан русских от благочестивой веры отчел, и назвал всех еретиками». За это ложное и затеянное письмо нам нужно всем стоять и умирать, а от того очиститься. Напрасно Никон разъяснял, что он писал не о всех православных христианах, а только о Паисии, который иерусалимским патриархом отлучен и проклят, и который, действуя незаконно в русской церкви, был и для православия опасен. Духовные и светские кричали: «Никон назвал еретиками всех нас, и все вместе с царем били челом патриархам, чтобы они судили Никона и их очистили». Тогда Никон, обращаясь к государю, сказал: «Если бы ты Бога боялся, не делал бы так со мною. Бог тебе судья». Заседание закончилось, но дело не было приведено к окончательному решению. Главные судьи патриарха еще не вполне освоились с непривычной для них высокой ролью вершителей суда между самодержавным государем и великим всероссийским патриархом. Они действовали нерешительно. 3 декабря происходило 6-е соборное заседание. Никон не был приглашен на него. Здесь определены были обоснованы главные обвинительные пункты против Никона. Патриархи высказывались категорически и решительно за низложение Никона, заявляя, что ему верить ни в чем не следует. Они даже готовы были осудить Никона на смерть, указывая на то, что он прислал своего человека при встрече грузинского царевича Теймураза, чтобы меж царей учинить смуту. А кто Никонова человека ударил, того Бог простит. Это так и должно быть, рассуждали патриархи, ссылаясь на каноны и законы. 5 декабря на новое заседание был приглашен Никон. Патриархи начали выговаривать вины Никона, потом велели читать из номоканона правила, служившее к полному его осуждению. Никон видел, что бесполезно с его стороны выяснять и оспаривать дело, заранее предрешенное не в его пользу. «Судите, как знаете, я перечить больше не буду», — говорил он патриархам. Но голословные обвинения и мелочные придирки выводили из себя горячего иерарха.
обвиняли Никона, будто он писался патриархом Иерусалима, что он носил две панагии, клобук с херувимами. Никон говорил резкости царю, жестоко смеялся над патриархами и боярами. На обвинение царя, что он произвел смуту в церкви, Никон отвечал резким намеком, что и в действительности царя, в деятельности его, не все благополучно. В государстве происходят бунты и волнения. «Как на Москве учинился бунт, и царское величество и сам неправду свидетельствовал», — говорил Никон государю. «Как ты не боишься Бога, великого государя бесчестишь?» — слышались со всех сторон негодующие крики. «Был бы ты челом, а не так бы говорил!» Презрительно улыбался гордый иерарх на возглас усердных прислужников власти. «Ты, царское величество, — говорил он царю, — 9 лет вразумлял и учил предстоявших тебе всем сонмище, и они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить в меня камни, это они сумеют». На некоторые вопросы царя Никон не отвечал ни слова. От патриархов он требовал грамот, обвинял их, что они скитаются по чужим землям за милостыней, а на их местах поставлены другие патриархи. Правила греческого номоканона он называл лживыми, так как печатали их на Западе еретики. «Знаешь ли ты, что антиохийский патриарх — судья вселенной?» — обратился к Никону антиохийский патриарх. «Там себе и суди», — сказал Никон. «Да в Александрии Антиохии ныне патриархов нет. Александрийский живет в Египте, антиохийский — в Дамаске». «А где они жили, когда благословили на московское патриаршество Иова?» — спрашивали патриархи. «Я в то время не велик был», — отвечал Никон. «Широк ты здесь! А как ты дашь ответ перед константинопольским патриархом?» — обратился Никон к антиохийскому патриарху. Резкие ответы Никона дали повод для новых обвинений, что он бесчестит и великого государя, и святейших патриархов, соборное правило отвергает. За все вины патриархи с одобрения собора объявили Никона лишенным кафедры и низверженным священного сана. Решение было вынесено, но не было приведено в исполнение. У Никона был только отнят патриарший крест. 12 декабря патриархи и члены собора собрались в небольшой домовой церкви Благовещения в Чудовом монастыре. Все были в полном облачении. Послали звать царя, но он не пришел. Тяжело ему было видеть низложение своего бывшего друга. Вместо себя царь прислал своих бояр. Призвали Никона. Он явился в патриаршем облачении, в мантии и клобуке, сшитым жемчугом серафимом. Обычным порядком вошел в храм, помолился иконам и стал среди церкви. Патриархи велели читать обвинительный приговор сначала по-гречески, потом по-русски. Бывший патриарх Никон был объявлен лишенным патриаршества и священства, и как простой монах ссылался на покаяние в монастырь. Никон горько улыбался, когда вычитывали его вины и приговор. Патриарх Паисий велел Никону снять клобук, но Никон отказался это исполнить. «Зачем вы, — говорил он, — действуете тайно, как воры, здесь, в монастырской церкви? Разве я в этой церкви принял пастырский жезл? Здесь нет царского величества, его синклита и всенародного множества людей российской земли. При всем народе в соборной церкви принял я патриаршество по прилежным и слезным молениям царя. Пойдем и теперь в ту же великую церковь». Тогда Паисий быстро подошел к Никону и сорвал с него клобук. Потом патриархи сняли с осужденного драгоценную и украшенную жемчугом панагию. «Жемчуг-то разделите между собой, будет вам по нескольку золотников», — насмехался Никон. «Бродяги, турецкие невольники! Шатаетесь всюду за милостыни, чтобы было чем заплатить дань султану!» Паисий выговаривал, чтобы Никон жил в монастыре тихо и смиренно. «Знаю я и без вашего поучения, как жить», — отвечал Никон.
На него надели простой монашеский клобук, снятый с одного греческого монаха. Тяжелое впечатление производила эта сцена на присутствующих. Зрелище было изумительное для глаз и ужасное для слуха, пишет епископ Лазарь Баранович. Я страдал душою, переносил ужасы и упал духом, когда погасло великое светило. Другой архиерей Симон Вологодский, насильно приведенный на это заседание, все время горько плакал, отвернувшись в угол. Из боязни возмущения со стороны народа с Никона не сняли архиерейской мантии. В простом монашеском клобуке, но в мантии с посохом, вышел осужденный патриарх из церкви. Горькое чувство обиды и жестокого осуждения угнетало его, но он не чувствовал себя нравственно убитым. «Погибла ты, правда, господствует ложь», — говорил он вслух во множестве собравшегося народа. «Никон, Никон, за что все это с тобой приключилось?» — говорил он, садясь в сани. «Не говори правды царю и боярам, не теряй дружбы. Если бы ты льстил им и угождал, устраивал бы да дорогие трапезы, да вечерял бы с ними, не случилось бы с тобою этого». В сопровождении стрельцов возвратился Никон в отведенное ему помещение. Для наблюдения за ним были представлены от собора два архимандрита, которые не оставляли Никона в покое, даже в его келье. Особенно грубо насмехался над осужденным ярославский архимандрит Сергий. Для успокоения взволнованных чувств Никон читал Иоанна Златоуста. Рано утром, на другой день, явился посланный от царя боярин Стрешнев с запасом денег и теплых одежд. «Его царское величество, — сказал он Никону, — прислал тебе это, потому что ты отправляешься в далекий путь. Возврати это все пославшему тебя и скажи, что Никон ничего не требует, — сказал Никон. Стрешнев говорил, что царь просит прощения и благословения. Но непреклонный иерарх не дал царю благословения и прощения, и даров не принял. «Будем ждать суда Божия», — сказал он в заключение. 13 декабря приготовлены были лошади к отъезду Никона. Несмотря на раннее утро, народ собрался громадными массами. Но правительство хитростью отвлекло его в другую сторону. Объявлено было, что Никона повезут через Спасские ворота из Кремля. И когда толпы народа отхлынули туда, поезд с Никоном, окруженный отрядом стрельцов в 200 человек, быстро направился в Арбатские ворота. По дороге на улицах Москвы всюду расставлены были в большом количестве вооруженные стрельцы. Местом ссылки для Никона указан был Ферапонтов монастырь в Белозерском крае, недалеко от Кирилло-Белозерской обители. Монастырь только что пострадал от пожара, и для помещения бывшего всероссийского патриарха и великого государя отведены были две небольших больничных келии. Началась для изгнанника патриарха тяжелая и тревожная жизнь в ссылке и заключении в течение почти 15 лет. Положение его то ухудшалось, то улучшалось. Здесь вполне проявилась двойственная природа царя Алексея Михайловича. Он то просил у Никона прощения и благословения, называл его великим и святым старцем, посылал подарки и лакомства, то под влиянием врагов Никона и страха народных волнений предписывал строгость и стеснение по отношению к униженному сопернику, который все еще казался опасным. Настроение было тревожное, под впечатлением восстания народной голудьбы во главе с Разиным. На Никона падало подозрение в сношениях с батюшкой Степаном Тимофеевичем, будто бы сам Разин показывал, что от Никона к нему приходил какой-то старец. Никону запрещено было писать и получать письма. Он сидел за решеткой в келье, пред окнами которой постоянно дежурили вооруженные стрельцы. Они следовали, куда бы ни пошел Никон, и даже сопровождали его в церковь.
Никон вначале держал себя гордо и независимо, не давал царю благословения, отказывался от подарков. Но с годами, под влиянием несчастий, могучий физически и духовно старик начал слабеть. От требований измученный изгнанник переходит к униженным просьбам царю. «Ослабь меня, хотя немного», — пишет доносы и жалобы по мелочным делам. Ссорится с представленными к нему людьми из-за пустяков. По-прежнему непоколебимо до конца стоял Никон только на том, что он патриарх и осужден несправедливо. Также не давал он царю, несмотря на просьбы, письменного прощения и благословения. Все же положение Никона значительно было смягчено. Ему позволено было выходить за стены монастыря, принимать у себя приходящих. Все необходимое для жизни доставлялось ему даже в избытке. Остаток своих великих сил Никон употреблял на разнообразную деятельность. Занимался хозяйством, составлял библиотеку, лечил больных, принимая иногда до 40 человек в день. Полюбил ездить верхом, ловил рыбу, даже иногда охотился и так далее. В то время как незложный патриарх таял в своем заточении, в ночь на 30 января 1676 года скончался Алексей Михайлович. В своей духовной благочестивый царь писал: «От отца моего духовного, великого господина, святейшего Никона, иерарха и блаженного пастыря, прощения прошу и разрешения». Узнав об этом, Никон сказал: «Бог его простит, поминать его я буду». Но письменного разрешения не дал, отдавая дело на суд Божий. При сыне и преемнике Алексея Михайловича, царе Феодоре, положение Никона сначала ухудшилось. Враги обвиняли Никона в преступлениях политических, в сношении с Разиным, и нравственных, пьянство, развратная жизнь. Про Никона говорили, что у него в кельях живут женщины, и некоторые умерли от пьянства. В основе этих обвинений лежали те действительные случаи, когда Никон принимал у себя приходящих к нему больных, в том числе и женщин, мазал их мазями и давал пить свои лекарства. Обвинения были необоснованные. Тем не менее, больного старика, Никону было свыше 70 лет, перевели на более тяжкое заключение в Кириллов монастырь. Но скоро царь склонился на милость по отношению к измученному и больному заточнику. В пользу Никона склоняли царя его тетка Татьяна Михайловна и воспитатель Симеон Полоцкий. Со стороны сие монахи Воскресенского монастыря умоляли царя возвратить им Никона, как пастыря к стаду, как кормчего к кораблю, как главу к телу. Царь готов был исполнить их просьбу, но патриарх Иоаким был против, ссылаясь на решение восточных патриархов. Наконец, патриарх благословил желание царя, и к Никону был послан царский посол, чтобы проводить его в Воскресенский монастырь. От старости и болезни Никон с трудом передвигал ноги, когда пришло известие о возвращении его из ссылки. Обрадованный старик торопил отъездом. Поехали водой вниз по Шексне и Волге на Ярославль. Везде по пути стекался народ, просил благословения и приносил дары. Остановились для отдыха в Томском монастыре близ Ярославля. Здесь припал к ногам Никона архимандрит Сергий и просил у него прощения за грубости при его осуждении. Никон простил обидчика. 17 августа приплыли к Ярославлю. Навстречу вышли из города толпы народа. Никон был в полном изнеможении и не мог уже ничего говорить. День склонялся к вечеру, зазвонили к вечерне. Никон немного ободрился, оглянулся кругом себя и начал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как будто готовясь в путь. Сопровождавший его игумен, поняв, что настал последний час его, и начал читать отходную. Никон потянулся, сложил руки на груди и тихо скончался. Это было в 1681 году, на 77-м году жизни Никона. Воскресенский монастырь встретил только бездыханное тело своего основателя. Царь хотел, чтобы погребение Никона было совершено по патриаршему чину.
Но патриарх Иоаким не соглашался на это и уклонился от участия в похоронах. Новгородский митрополит Корнилий с несколькими архимандритами в присутствии царя и царской фамилии совершил 26 августа погребение тела Никона как всероссийского патриарха. Царь при отпевании сам читал апостол, прощаясь, он целовал руку усопшего и плакал. Пред восточными патриархами царь хлопотал о снятии осуждения с Никона, и патриархи за деньги теперь так же легко дали разрешение умершему, как они раньше осудили живого. В разрешительной грамоте они называли Никона столпом благочестия непоколебимым, канонов оберегателем и преискуснейшим, и отеческих догматов неизреченным ревнителем. Погребен Никон в Воскресенском монастыре. Конец. Старообрядческий календарь на 1981 год. Страница 62. Горящий огнем. К 360-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Чудо! Как-то в познание не хотят прийти. Огнем да кнутом да виселицей хотят веру утвердить, которые апостолы научили так. Не знаю. Протопоп Аввакум. Житие. Ныне, в текущем 1981 году, исполняется 360 лет со дня рождения великого страдальца и исповедника протопопа Аввакума, непоколебимого защитника устоев благочестия предков и обряда Святой Христовой Православной Церкви. Нужны были целые столетия, чтобы правда истины и правда старой веры, осветившаяся мученической кровью великого страдальца протопопа Аввакума и его сподвижников, восторжествовали. Современная русская патриаршая церковь на своем поместном соборе 1971 года с участием зарубежных представителей православных церквей приняла постановление, в котором признала необоснованность суждений собора в 1656-1667 годов о старых обрядах до никоновских времен. Упразднила клятвы указанных соборов, наложенные ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно верующих христиан. Сочла эти клятвы яко небывшие. В этом же постановлении Русская Патриаршая Церковь отметила, что она признает старые русские обряды спасительными, как и новые обряды, и равно честными им. Смотри, журнал Московской Патриархии номер 6 за 1971 год. Борьба священномученика протопопа Аввакума служит ярким свидетельством его глубокой веры и твердости в исповедании обрядов древнеправославной соборной Христовой Церкви. Немного о епископе Михаиле, который перешел из господствующей православной церкви в старообрядчество. Как относились к нему старообрядцы при его жизни, в то время как в календаре старообрядческом за 1966 год его называют апостолом 20 века. Старообрядческая мысль. 1914 год, номер 5, 518 страница. На епархиальных съездах необходимо обсудить хорошенько еще один вопрос для окончательного его решения на освященном соборе. Я разумею дело епископа Михаила. Довольно держать этого человека в таком унизительном и оскорбительном и для него, и для всего старообрядчества положении. Пора развязать ему руки для вящего делания на пользу христианства.
Время показало, как несправедливо и напрасны были все опасения на его счет людей осторожных и боязливых. Пора разрешить ему священнослужение, снять с него тяжелые и, думаю, для рядовых, обыкновенных людей, невыносимую 7-летнюю опалу. Он нужен, как даровитый и незаменимый проповедник. Он нужен и в старообрядческом институте, ибо преподавать богословские дисциплины у нас пока некому. Необходим для этого высший образовательный ценз по богословию и каноническому праву. Работа епископа Михаила будет у всех на глазах, под контролем общества, и всякие опасения таким образом отпадают. Никакое церковное наказание не должно быть чрезмерным. Довольно кары! Или снимите ее, или, если можете, доводите скорее дело до логического конца. Докажите, что он не старообрядец, не христианин и не епископ, и извергните его. Я думаю, что при всем желании некоторых невежественных людей или личных врагов епископа Михаила сделать последнее невозможно. Это произвело бы смуту и даже раскол в старообрядчестве. Но и такое положение, как теперь, более терпимо быть не должно. Оно унизительно и вредно для всей церкви, порождая вражду между членами церкви из-за этого вопроса. Мы не сомневаемся, что епископ Михаил подпишет православное исповедание веры. В древней церкви даже для многих еретиков это было вполне достаточно. Обвинение и хитросплетение отца Григория Карабиновича, имевшего странную смелость взять на себя неподобающую ему роль столпа старообрядчества, при первом же прикосновении к ним епископа Михаила на страницах старообрядческой мысли оказались или клеветой, или натяжкой, подтасовкой и рассыпаются, как карточные домики. Будем молить Царя Небесного, чтобы он помог, наконец, найти правду и распутать этот узел. Будем во всем, и на епархиальных съездах, и на соборе помнить, что мы дети единой нашей Матери Церкви, что ее радости, успехи и благополучие и наши радости и успехи, и ее печали и нестроения, и наши печали. Будем с молитвой и с верою в Божий промысел дружно и совместно делать общецерковное дело, посильно работать в этом духе и каждый на своем месте. Поборем нашу взаимную отчужденность и незнание друг друга. Отбросим чувство розни, нетерпимости к личности и мнениям друг друга и взаимную подозрительность. Будем спокойны и объективны. Не будем бояться честной борьбы мнений, ибо из нее рождается истина, а будем бояться самомнения и упорства, пристрастности и корыстных расчетов и мелкой борьбы самолюбий. Нужно разбудить такие стороны нашего ума, сердца и совести. Найти такие слова, которые поставили бы крест на всем прежнем плохом, помогли улучшить и развить хорошее и пробудили в нас добрые христианские и братские чувства. Много в старообрядчестве назрело вопросов, которые требуют нашей общей упорной работы, тщательного рассмотрения, серьезной разработки и проведения в жизнь. Без всяких предвзятых мыслей и решений, с открытой душой будем звать друг друга к доверию и общей работе на пользу церкви. Если некоторые из назревающих вопросов и трудно провести в жизнь, то все же это не должно нас охлаждать. Будем по Евангелию просить, чтобы получить, искать, чтобы найти. Наконец, стучать, чтобы дверь отворилась. Номер 10. Страница 902. Письмо епископа Михаила. Глубоко уважаемый Федор Ефимович, Никифор Дмитриевич и Владимир Евсеевич, пишу больной, с трудом и тяжело скорбным сердцем. По особым обстоятельствам я не мог приехать к первому дню собора. Что мне делать? Уже совершенно больной и разбитый продолжаю путь на родину. Я не желал многого. Я не желал епископской епархии.